Это Stone, Comp Maniac и Gabriel Angelos. Это новогодний, предновогодний, точнее, стрим. Катаемся, радуемся, веселимся, не сливаемся. В общем, драйв и угар. Отчетик будет у нас. За наши головы будете получать по 500 голды. Ну, если, конечно, вам повезет. Поприветствуйте зрителей. Привет, Анжела. Друзья. Мое почтение, дамы и господа. Всем привет, дорогие друзья. Вы такие немногословные. Анжела, ты... Да я проверяю, чтобы пошло тут. Вот, все, пошла, родная. Все, можно теперь уже принимать приглашение. Отличненько. Сейчас будет отсчетик. Первые танки, думаю, сразу может начать с десяточек или как? Да, хочу сальца, вот Мауса хочу. Я предупреждаю, у меня есть что... Восьмерок, ой, Маус. Так, держи. Что-то за... Фу. Слышишь? Вот Маус. Ну, прости. Вот Маус. Ну, был бы у меня Маус, я бы тоже взял. Он умеет зажечь. А моя детская мечта. Красавчик мой. Дай расцелую. Толстячок. Так. Сейчас, секунду. Я почему-то закрыл свою комнату. Молодец, братишка. Возьми с полочки пирожочек. Нам нужны только отлаженные действия, во-первых. Играть будем просто на лезвии ножа идти будем. Врываться, красивые врывчики, очень грамотные тактики, но все это будет на грани фола, друзья. На лезвии ножа, поэтому вот такие дела. Все будет очень, скажем так, агрессивненькие подпушики будем исполнять. Давайте уже, ё-моё, вперед. Давайте отсчет. Отсчет 10. А кто хост? Ты хост. 9, да. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! В бой! Let's do this! Сейчас будет 20. Сейчас полноценно реализуем свою броню. 3 СТшки против 3 ИЖ получается. На такой карте. Эльхалов, старый добренький Эльхалов. Я раш по водичке, что? Нет. Самое лучшее это... Агрессивно! На грани фола раш по воде. Ты, это будет очень неожиданным ходом. Ихние СТшки упорются, не смогут пробить нас, и мы их раскидаем. Я по воде пойду. Тем более там-то 95, а она меня не пробьет никуда. Все. Там что, вафля? Ты не доедешь за меня. Это! Тут карту переделали, балбесюк. Да. Тут теперь классные штучки есть на центре, наверное. И ГВЕ еще есть, между прочим. Рашим воду. Я смеюсь в лицо этой ГВЕ. Конечно, рашим воду. Ох, немецкая звучка. Забудь поднять орудие. Гордо, смотря им. Не знаю куда. Я, кстати, кое-что не проверил. Я сейчас свернусь, подождите. Все хорошо. Да, спуск вниз, да. Ох! Ну давай, немецкая мощь. Покажи, на что ты способна. А почему он такой медленный? Что мы делаем, господи? Потому что это Маус. Я не учил, что это Маус. Черт. Я не думал, что он такой медленный. Вот, 54-ка. На ходу. Я, кстати, не в свете еще. Ни хрена себе. А я в свете. Сейчас... То, что называется советский танк. Я не светился тоже еще. Опа! Вот это да. Я не светился, но по мне уже наки... Ой! Ой, вы посмотрите, какой-то... Ой-ой-ой, я рикошет от 704-го ловлю. Грамотное танкование. Привет, 54... Ой, я землю бил. Господи! 54. Видишь, тут как классно. Спасибо, друг. Эльхалуф теперь стал самой лучшей картой в мире. Да, конечно. Ну, для Мауса уж точно. И для божественного танкования. И все. И я поджался, я неуязвим. Ну, конечно, я потерял 1000 хп, но для Мауса это крошки. На 1200 уже нет. А так что, мне может быть божественно поджаться под них, как думаешь? Батик справа. Есть 75-очка хочет отведать мощи моей. Ты не напал, не на того напал. Ой, их тут двое, слушай. Вообще... Знаешь, БЧ находится здесь. Арта. Арташ, ага. Это полезная информация. Что-то я не знаю, короче. Вот этот батик, вот его надо приголубить. У них 54-ки на голубе, кстати. Поганые голдострелы, чтобы их... Не, ничего ну не достается. Ну что ж ты нам такую тактику посоветовал, знаешь? Все, а теперь берем, объезжаем, поджимаемся под каменюшечку, на ходу отстреливаемся. Да просто я хотел сейвоваться, говорить, я потом вспомнил, что надо
до конца, так сказать. Поздновато ты вспомнил. Давить этих нехороших людей. Давай, пошли. Да едем, едем. Ты просрал все свое ХП. Вот. Не я его просрал, а мне его выбили. Мне же еще умирать не. Ну-ка, сейчас трой. Вот, и сейчас под перекрестный огонь они попадают. Видишь, мы под этим замечательным камнем. Танкуем бу. Это бред, понимаешь? Это не очень хорошо. Вот этого. Кто меня толкает? Вот! 704-й ушел за залп. Сам ты бред. Минус ствол сделали, минус ПТ-9. Я в сейве стою. А я-то нет, мне-то места нету. Ну так ты что-нибудь придумай. Если не спятку угостите, ёкарный, ну стоит посредь поля. Так тоже 54-ка, ну-ка. БЧ. Сейчас кумулятив хорошо войдет. Вот, вот, ну какого хера? Ну он просто стоит посредь поля. Ай-яй-яй. Я его не пробил. Ой, полон рот. Все, я не выиграл, короче. План Б. Delicious. Я танкую бортиком. Вот 5-4. Нормально. Что ж такое-то, вот, а? Ребята, нас на А1, А3 ждали, а мы туда не приехали. Сейчас нам там пронесли всю эту тему. Ну, вот, несет пятка, огромный кусок НЛД. На госслед стоит, ребята. Ну какого черта по нему никто не работает? Ну ядрёна корень. Мы не могём. Могём. Теперь я знаю, кого обвинять. Вот. И теперь я еще. Господи, у Мауса такое... Печально. Мы сдохнем в этой яме просто. О, ГВЕшечка. Ой, арта. Арта, нет, она далеко. Я не сдохну. У меня еще 800 хп. Это ухо-хо. Это тлен, все, понимаешь? Да лен, это карта, даже переделанная. Просто кусок говна. Я считаю. Можно проехать, попробовать. Опа, батик. Он не вылазит. ВЧ сюда не должен кидать, мне кажется, у него нет такой дуги. Блок, что ли? А где он стоит, как думаете? Опа, мне уже, короче, бат сзади накидывает в задницу. Вон. Стоун, разверни башню. Да. Верчу. Быстро. Ну почему я не попадаю? И этот меня не пробил, обалдеть. И... А... Лошара. Не Кантара, а я вот жив до сих пор. Потому что все правильно сделал. Потому что за камешком стоишь, конечно. Ой, ну нечестно. Вот. Опять ловлю непробития какие-то дичайшие. Нет, это... Давай убьем друг друга из 4 на счет 3. Нет. Не-не-не-не, все, фонарь. Плохая идея. Блин. Динай всех. Ой, нет, могу убить меня. Вот и я о том же говорю. А, я же без ПК. Надо починиться. Ну давай, ёкарный, нападай! Ну, кто первый? Сиську 5-4 выцеливаем. Бах! 534! Он пробивает меня. А, ну так, это так любой сможет. Как под... как плохие... Не, а что, я... Пускать днищ, понимаешь? Это была плохая идея, это была ужасная идея. Предлагаю вам сыграть хорошо. Возможно, я немного погорячусь. Но это Маус на Эльхалуфе, что тут можно еще сделать? Это скучная, унылая какакаха. Надо было как-то разнообразить. Вот, СТ, это уже интересно все. Вот СТ я поддержу. Стопашечка, мне надо... Бери 4202. Вот на СТ надо сыграть красиво. Я вот смотрю, как меня сейчас убили, и ты выходишь в ангар агрессивно так сразу. Да. Видно, у него подгорело. Нет, ну а что, по-моему, хороший план был, по-моему, хорошая тактика. Да как... Нет, все ужасно. Но мы почти затащили, Илюха, согласись. Мы не тащили, нас просто зажали. Там. Мы божили страшно, не поверишь. Нет, не божили мы. Я забожил, я столько вытанковал, что мать моя женщина. Погнали уже. Что ты там, отчет опять? Погодь, я делаю себе эти штучки всякие. Рассказывай? Да. Так, отчетик. Поражение. Как мы там слились? Там же верная победа. Я же все сделал для этого. Я не знаю. Например, предложил тактику, да? Насветил там как... Насветил, настрелял. Ты, кстати, 2000... Да Илюха настрелял в 2 раза больше, чем мы. Да? Каждый из нас, да. Блин, меня почему-то выкидывает из канала, я не знаю почему. Сейчас опять зайду. Потому что ты рукожоп. Иди ты. Это очевидно.
Ладно, я признаюсь, может быть, моя тактика была не совсем удачной, не совсем уместной на маусе, на этой карте. Я, на самом деле, перепутал мауса с C62, но, блин, все равно мы сыграли здорово. И очень большую пользу команде принесли. Конечно. А то, что команда у нас... Ты посмотри на наших сокомандников, это же просто они не дали тысячи даже никто. Фу. Поехали. Стыд и срам. Вот, ну, вот. Все? Ну все. О, да, сколько. О. Сколько СТ-шечек. Это будет просто мяско. Да, шанс на победу 30%. И я понимаю, что не все смотри на очень эти проценты. Плохо. Да, это все ерунда, на самом деле. Так, Пример портит людей. Давай, стол, он твои теперь. 4 БЧ, 2 62. Ох, ёхар. Я на базе остаюсь. Одна арта, может быть, попытаемся проехать на балкончик. Какой балкончик? Ну, арта. Здесь. Ну, она одна, не знаю, ну, вряд ли она по нам будет. Давай, давай, я поддержу. Если уж и это самое, то активно надо. Мы же не пассивные голубые ребята. Да. Хомосексуалы. Кстати, один из нас может поехать на маячок. Нет, зачем? Тролло. Ну это смешно так. Видишь, нет. У них много БЧ, я думаю, они кучкой будут ехать, и мы прям там замесимся за... ну ты понял, да? Сосай, лалка, я просто как стоячего делаю 62-ку. А все потому, что французские булочки с турбоподдувом. Быстрее, ребят, я себя чувствую небезопасно. 3 батшата, ты понимаешь, что нас просто выйдут и разберут за секунды. И ничего не сделаешь. Габриэль, я думаю, наша арта будет работать сюда. Я ей написал. Ой, один уже про. Ой, 2 бата. Ой, мать моя. Ой, ё... У меня вполне себе все работает. Ай, говно. Я, конечно, все понимаю, но это уже перебор. Ай, блин. Сейчас поднимем стрим. На чем сейчас? А вот, вы что давайте... там закисли из-за того, что я его проиграл? Ну, что бывает. Знаешь, сколько там было? Там было танков 6. Да, 6. Я бы грамотно борт довернул. Ты бы там, знаешь, просто так за щеку... Я бы грамотно довернул, одного в бой уклад взорвал. Другого бы тараном убил. Все, пишу, заработало. Ты хочешь опять СТ-10? Да. Погнали. Только у меня других нету, по-моему. Я возьму свою любимую СТ-10 все-таки. Да. Сейчас но будет адский тащ. Сейчас я запущу эту говную игру. Я могу взять Лоррейн. Хотите? Очень классную игру. Нет, не хотим. Буду уже бой на батшате закончился? Ну, для нас, да. Для всех закончился. Нас просто смели за минуту. Ты полторы где-то так? Нет, ты когда говоришь минут, ты неправильно говоришь, там секунд, наверное. Да нет, ну 20 за секунду, я уж как-то пожил там. Я главное врываюсь, вижу впереди себе батшата, он по мне дает один шот, рикошетит, я кричу. Что? Доступна новая версия Джофф Модпака обновить? Что это такое? У вас такая хрень есть? Так, ну что, все готовы? Но, Габриэлька, видимо, нет. Да так, я запускаю это. Ну давай, давай, мы тебя ждем. Опять, вот просто взял и сам по себе ребутнулся. Это... А у меня бой, кстати, загружается этот конченый. Ну так тебе сейчас скажут, что ты... Эх, похоже, там все-таки неудача была. Ну да. Я сейчас тебе потому что Стоун просто какой-то бред предложил. Видишь, что у врага куча сетапа СТ, он предлагает нам поджаться. Я не хотел, я сразу говорил полная... Мы аккуратненько запулимся, и я, там я будем... сразу говорил полная херь этот... Он там, нет, нормально. Илья, учитывая одну маленькую подробность, стрим. Погнали. И твоя идеальная идея запулиться направо все-таки была пресечена. Фейлово. Так потому что вы на своем медленном какахе, на своем батшат они быстрее вас, видите, заняли верные позиции и просто пил. Ну да, если бы я взял бы Лоррейн, мы бы тогда точно затащили бы. Ой, Лоррейн. Да. Ах, Лоррейн. Классная СТ-шка. Так, какой-то вот. 40 тонн весит как раз. Причем тут Торвальд? Ну, Лоррейн же 40Т. А-а-а. А я уж катаюсь. Опять думал, вы какие-то тут похабные ну ладно. Ну что? Нет, ну каждый раз. Я не знаю, это опять какой-то сосямба. Что это опять? 40% на победку.
Ну что, агрессивно забираем горочку, и все хорошо у нас. Горочку? Как скажешь. Да? Мы сейчас появимся, и там Якпансор Юсто будет раньше нас, отвечаю. Ты что, гонишь? Ты что? Что, не веришь? Ты тайминги, что ли, не изучаешь? Нет. Мы там будем первые. На крыльях любви ворвёмся. Я вчера до 3 часов ночи тайминги изучал. Да. На каждом танчике, там, от одного респа до другого. Блин, такая... Илюха, а что, был? Слышишь? Да, был. А, ну красава, респект. Вообще. Пацанов. А можно было банан зарашить на батшатах, но я думаю... Вот там бы якобы, знаешь, может быть и успела. Я учил тайминги, я знаю. Баффентрагер как раз бы зарядился, он такой, о, привет, ребята. Да, это форчик, действительно. Так, вы опять там отстаете от меня, и мне это не нравится. Я могу попасть тебе, под фокус. Гуслю немножко повредить, догнать, возможно. Чисто ради профилактики. Нет, ты не попасть. Ты на чем? А, ну, на этой штуке можешь. Итак, я подсвечиваю. Я грамотно, посмотрите, друзья, подкатываюсь и сразу подсвечиваю их переезд. Раз. Вижу бата, отдаю шот и оп! Уворачиваюсь как Нео в матрице. Вот он скилл. Вот он скилл. Я этого не видел, так что я могу считать то, что так, это. Так, один бат слева, 90-ка вышли. Давайте забираем. Просто убираю, да, просто на ходу. Подожди, рикошет от жопки моей. Да бляха-муха, спереди батшат. Да что же вы делаете-то? Дебилоиды! Тише, я в ногу слышит буду держать. Все отлично. У меня один снаряд, один привет, снаряд. Друг. Опа! Сгорел! Шлюп! 50 Б тут лишний, я. Ааа, когда? Уйди! Уйди, свинота! Живи! Сейчас я тоже. Жеп! Я в КД, он вылазит просто в ногу, ребят! Блин, хэвичик, парни! Дал шоп! Затанкуйте хоть, ёкарный! Ой-ой-ой-ой-ой! 20 хп! 20 секунд! Уходи оттуда, Стоун, дубина! Тише, нормально все. Что ж ты делаешь, ты Иросовый, тебя же сейчас отфакают. Нет. Все хорошо, вот, еще 28 КД. 51-й, нашел единственную цель. Так, мы сейчас вырываемся, забираем здесь 90. Наверх. Нашел самого опасного. Раз, на густалец поджога! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, получаю. Что ж, батик? Ой, жмите там, жмите пацанов. Так, без урона. Оп, сыграл парень. А ну, дроп. Я попасть не могу. Оп. Далее, давим. Че там, потеха. Ну я не буду ее танковать. Все, я в КД, короче, я обосрался. Начальник! Этот садомит опростался. Ой, молодцы, спасли меня. Фух, 8-5, мы все живые. Ребят, вы просто лучшие. Вы спасли мою задницу. Я был на волоске от смерти, но... Когда твой друг в крови... На волоске твоей задницы? Поехали вниз. Так, ну я еду за коричневыми друзьями, нашими любимыми. Сейчас я сыграю -9. По-моему, сейчас тебя синячок угостит водяркой, и ты отправишься на тот свет. Ох, их столько здесь, ёб, тельмокин. Да, ничего. Как-то вафл. Короче, я, кстати, тут один почему-то. Я на неадеквате заехал сюда один и все. Так ты ж собрался. Так, они жопы к нам стоят, нет? Ладно. Сейчас проверим. Не время дрейфить, как говорится. Яйца в узел и... Раз. Ой, я понял. Они шотные, господи. Ну, убейте их. Уи. Как свин прям. Французская булочка. Так, справа драгер есть? Ну, нету. Окей. Он в банане, короче, я через центр, ребят, заеду сейчас, и все будет хорошо. Да, банан, чекай, я сейчас... А ох, вот он, красавец. Привет, дружище, на каточек. Ой, я сейчас башенкой танковать буду. Сейчас он тебе твою башенку размальцует, по самой не балуйся, балбисюк. А я не знал. Вот дурачок, пятачок. У меня штанг ломается в башенке. Так, Стоун, заходишь на него? Как знаешь на него? Заходи, страшновато. Помогите! Да он на КД, ну че ты? А, он на КД? Ну а че бы он в тебя не стрелял-то? Потому что я от него уворачиваюсь, как бог, может быть. Да, он на КД. Все. А че ж я тогда тут визжал, как резанный? Убей его! КД? Нет! Ой, 268, я тебя люблю, поцелуемся! Муа! Красавчик ты мой. Фух, лучший просто. Поцелуй любви вы сейчас видели, кстати. ПТ-шечки остались, ПТ-САУ. Надо было на автоприцеле стрелять. Ой, ПТ-САУ, говорю, САУ.
Сшипад такой динамичный, после всяких 704-х непривычно играть на нем, если честно. После всяких КВ-220, которые там 20 КМЧ или... На самом деле, взвод там 7-ки Е5, если не ошибаюсь, или кто там был. Мы статюк закарали! Ай. Статюк! Ты понимаешь? Они статюки? Да. Я вырываюсь на 30-го. Фу. Раз! Пенетри... И подсасывает. Поганец. Совка... О, Стоун, привет. Поцелуемся? Поцелуй любви. Я люблю... Я люблю целоваться с Е50М на батшате. На батшате. Батшат. А сейчас я поцелуюсь с арташлюпонькой. Иди сюда, милашка. Простой. Я хочу тоже. Ой. Ой. Люха, я подозреваю, что этот Е5 тебя уже любит неимоверно. Чего то сколько раз. Три фрага. Лагает просто, я ничего, чуть не удобно. А ты отмазываешься, просто не надо. У меня тоже FPS проседает. Но это был просто огонь. Ад и садомия. Чего мы получили? Ну, в принципе, неплохой такой бой. Габриэлька, как всегда, на креативе и бешеном микро. Я хочу еще на СТ-шках. Это был просто... Хорошо это было. Да. Сладко, вкусно. Модно, стильно, молодежно. Я сейчас проверю, у меня там YouTube вообще работает или как всегда ляку-ляку делает. Так, отсчет, господа, еще давайте на этих танчиках. Неплохо покатались мы. Парни, кому понравился заруб на СТ-шках, ставьте пальцы вверх. Обязательно. И возможно... Все, я готов. Погнали. А, ты отсчет там делаешь? Я постоянно забываю. Надо, чтобы кто-то другой делал отсчет, а кто-то другой стартовал. Это же очевидно. Ну да, очевидно, но никого из вас в группе... Ленивые свинари, я возьму на себя эту роль. С нами Ред! С нами сила! Где Реда, там победа! Ред СД. Мишка такой у него. Мой Мишка. А опять-таки, предлагаю что-то такое животворящее. Ну явно не поле. Поле. Русское поле. Ну вообще да. Этот резв, как бы, он печальный. Я могу так дать можно... классный подсвет и сдохнуть на в первые 30 секунд боя. Ты ж бачат. Да. Нет, я думаю, ты не так сдохнешь. Ты спокойно просветишь, и все будет отлично. Я думаю, я не умею светить, в том-то проблема. Нет. Нест, что за... Несквик. Ладно, я попробую. Я ничего не обещаю, но я попробую. Подъезд? Да. Подсветить. У них же много ПТ-шек. Это очевидно, то, что они будут на базе пулиться в основном. Да, поэтому смысла в этом абсолютно никакого нет. Едь. У них же и 7 есть. Блин. У них есть 50 Т-57 хэви. С не очень хорошей статистикой. Есть подозрение, что он стаеросовая дубинушка. И поедет в городок танковать башенкой. И мы его тут-то и подловим. Вставайте на позицию. Вот почему... Вот, не знаю. Светить себя не уважать, на самом деле. Любой уважающий себя танкист... Вот это! Быстро! Убрали этот кал. Мимо? Я уже в свете, всё. Я обоссался, я уезжаю отсюда. Я обоссался больше, чем ты, поверь. Я обоссал свою постель. Пропал мгновенно сон. Как в этой песенке классной. Там немного другая, но... Я попробую еще более нагло сыграть и еще разок подсветить, но... Давай, давай, да. Опасно, друзья! Все затаили дыхание. И что, получится ли у Габриэльки на сей раз? Ух. Педаль в пол. Пошла жара. У них тяжа на поле. Никого. И никого. Все. Я... Ой. Ой, 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 нет. Я даже не светился, кстати. Сейчас можно просто под мост за кому-то заехать из давай, нас. Давай, у кого оптика есть? Паттон. Да Паттон, логично. Паттон. Ну как бы у меня как бы фул обзор, но у Паттона получше. У Паттона братство с вентилятором. Это Стоун, так. Любовь моя. Я иду к тебе. Так нам в поле, к нам в поле. Поцелуй любви. Да-да. То есть я расцеловал тебе задницу. Это довольно двояко звучит. Да, ну, ладно. Вообще я на американском танке, поэтому у меня вроде должен пенетрирующим говорить. Да?
А да. Как тогда? Какие ПТшки у нас? Думаю, БЧ или у нас с ним все-таки... чувства, между прочим. Под мост должны ехать. Вот это у меня была... смотри, мысли, что смотри, пацаны, идите сюда, пацаны, идите сюда. Вот это пацан. А, блин, он писал просто. Вот, вот он виден, он виден. Хэвичек. Хэви. Квадрата не хватает. Трасса нет. Троечка. Троечка не свет. Свет. Слева, хэви. Забейте, тройка. Оп. Косое говно. Батька. Ой, какой отец, Габриэль. Ай, косое. Это танк уже плохой. 1-4, все херово очень. Хэвика не видно. 90-ка быстро. Отфактился. Ой, я в свете, все. Я отъезжаю. Прощай, ты был хорошим другом. Накося. Это 50 п. Накося, выкуси, как говорится. Ой, смотри, как работают по нему. Ой. Шквальным огнем. У меня КД еще 13 секунд. Блин, мне не нравятся танки с барабанами внезапно. После американцев они какие-то обсосные. Это КД 2,7 секунд, это печалит меня, если честно. 90 как бельмо в глазу, на самом деле. Как кто в глазу? Как не дерьмо, суть важно, в общем, в глазу? Доставляет он. Да, что-то с ним нужно сделать. Так, вообще. Может быть, сбоку зайти? Ох, ты посмотри, он вообще в наглую заехал сюда. Я обалдею. Ну все. Сам погибай, товарищи, выручай. Стоун, я заберу этого козлинку. Вот он, милок. Привет, привет, не друг. Ждал? На костылю? Как у тебя дела? Ой, сейчас вылезу. Ладно, пойду. Ликви. Вот что значит слаженная игра в заводе. Так, сейчас они будут запуливаться сюда. Это беда. Я опять... А кота посветит. У нее хороший обзор. Стоун, мы с тобой давно не занимались любовью. Надо повторить. Потом, после боя. Нет, здесь все-таки есть три. Нет, не все-таки я хочу не... тебя. Блин. Не знаешь, это сейчас не самый лучший момент. Заниматься любовью, на базу к нам едут. Занимайтесь любовью, а не войной. Так. Я могу пойти убить тройку и сдохнуть. Это будет стоить того? Я хочу 500 голды сохранить в казне у себя. Я... Какие 500 голды? О чем ты говоришь? А, это же точно, я забыл совсем. Рон-дон-дон. Ну, в прошлый раз не считается, я там просто вылетел. И в позапрошлый тоже, у меня лагало. А еще форточка дула. Опа! Америка, Европа! Опа, вафелька! Вафелька! Накося! Кто-то любит. 50 бенталике. Баба! Вынимай гнилуха! Та-ра-та-та-та. Какая у нас классная команда. Какой у нас замечательный Е50М. Я предлагаю уехать отсюда. А теперь я, по-твоему, должен стать некрофилом, да? То есть... Хорошо. Не, ну я еще относительно теплый, видишь, дымлюсь, но... Вполне пригоден. Фу, гомосек еще и некрофил. Знаешь, сам эту тему начинаешь, я уж только поддерживаю. Ну. Куда вы уезжаете? Нас баз захватывают. Да и плевать мне, я за домашкой. Выходи. Опа. По одному. Выходи по одному. Бей посуду, за все заплачено. Опа. Ах, молодец какой. Его не... Фошек. И 7. Нет. А. Фош, идите на... И, до свидания, мой ласковый. А я за кустом. Я же в инвизе. Тут куст высотой 7 метров. Ты знаешь, у меня нету кумулятивов. Иисус слева катается. Слушай, Иисус? Да. Пресвятые угодники. Хэвичек. Ребятушки. Гамбургеры. Ну давай, жопкой. Рикошет. На Госсулье поставил специально для вас. Бейте в ту же точку. Я Иисусу хочу. Да ядреть твою нале... Опа! Какая боль. Хорошо. Еще и боеукладочку, падлы. Все что угодно, но только не ПК. Слушайте, а у них же еще арта есть? Ну, как бы... Считается, что...
Вот это 825 фугасов, прикинь, у них и сушка стоковая была. Он мне фугасом задницу прошил. Размальцевал у меня. Выбил мне башню, кусли, рацию, ой, баки. Ой, 7201 так танкует, так танкует. Хорошо. Ну, если бы ты это видел. Я вижу по результату. Ну что, Хэвичик, ответишь за дела свои? Там еще, правда, ты 95 есть. Я его не пробил. Брат, ты спас мою сраку. Хватит уже тащить, сливайтесь. Я так не умею. Я же бог. Опа. А как он так просил? КД. Вообще. КД, мужчинка. Ой. Извольте. Сударь, а вам не кажется, что ваше место возле... гнуха интересует? Т-95, я хочу ее как-то закрутить хитро, знаешь. Так, скриним пацана. Нагибатель. Я не знаю, меня... Я не хочу умирать. Я сейчас самоубьюсь и сам себе потом отправишь. Блин, я хочу 95-ку убить. Вот она. Давай, не тяни уже. Все, седлаем коней. Пошла жара. Он сейчас отвлекшкается на 13-90, хитрый Габриэлька. Какой тактический гений. Иди ко мне, мой сладкий. Ой. Слушай, это явно Колобан. Давай, бери. Раз. Ну, почти вышло. Голдой! Слышишь, вот ему голды не давай, он голдой стрелял. Стыд и срам, голдострелом са... Не заслужил. Так, сейчас просят 8 уровни, просят, получат, сейчас будет. Я не знаю, почему мне выкидывают из канала каждый бой? 300 накидал. Ну что за, ну... Каждый бой буквально выгрызаю. Но команда тянет вниз. Но команда тянет вниз. Созвонная тянет вниз. Я на ИСе третьем. Когда говорю ИС-3, у меня аж кровь в венах стынет, в жилах. А я буду на КТ. Хелкат у нас сейчас к искам седьмой. Здравствуйте. Бери восьмой. Я бог Хелката. Бери восьмой уровень, не делай. Хелкат имба, он нагнет. Слышишь? Если нас, конечно, кинет в топ, то Хелкат будет... Очень даже. Но у меня нет восьмых. У меня есть 120. Ладно, все, пойду фармить. Так возьми прям. О. Кстати, классная ПТшка, я ее купил. Отлично, она просто не светится вообще. Она просто рвет. Эти 7 секунд перезарядки 400 с хи... На! 7 секунд 400 с хером на! А почему королевский тигр? А, потому что... У тебя есть все советские танки хитрые. Тише, они говно. Советские танки? Плохие? ИС-3 плохой танк? Это он сейчас в прямом эфире сказал. Это просто... Пацаны, отписывались! Минус 1000 к карме. Отчетик даешь? Да, отчет уже идет. Но мы не можем же мы всегда играть только на советских танках. Можем. Не можем. Это не советский стрим. А интернациональный, если можно так сказать. Пишут парни, это первый твин... Ну ладно, это я не буду комментировать, а то еще забанят нахрен. Ну чё, план капкан? А чё, куда нас кинуло? Ой, в топе! Говнорез, конечно же. Раш моста, как папка Джофф учил. Да. Я первый сказал, моя идея. Ты всё стырил, как всегда, сраный плагиатор! Я на тебя в суд подам! Раш моста. Боже, какого больного человека взял. И на ББшечках, на ББшках. Никакой голды. Как нихер. Вообще, может фугас зарить? У меня, правда, один. А у меня 3 штучки. Кстати, льву БК сделали. Там теперь снаряды можно попой жрать. Это просто эпик. Я так обрадовался, если честно. А ПТ-шка у нас самая первая летит, светит, убивает, а мы за ней прячемся и, собственно, действуем. У него обзор 300 метров. Не так, делаем так. Я врываюсь, всех раскидываю, вы смотрите. И аплодируем. Так у меня аж один фугас есть. Этого хватит. Я его для себя оставлю. Не, просто стрельнешь там, рядом 2 танка будут стоять. И у обоих БК, короче. А чё такой дед медленный? Ты что сказал сейчас вообще? Отличный дед. Самый лучший. Ну я 35 лечу. Почти. Я 35. О, Каерн, хитрец.
Отлично, а, давай, 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 раскидывай, давай. Наш план раскусили. Хрен тебе, а не голда. На днище падай. Молодец. Да тигр, что ж ты... Дай, 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 уеду. Да балбесюк, дай же я выкачусь. Он же один, в два ствола его раскир... Ну, у меня вообще так и было. Куда я? Считаю, что команда виновата. Команда не прикрыла. А твой ЛД красавчик рикошет слоил. У него быстрая КД, учти. Я помню, у меня есть этот тон. Вот оно что, металлочь. А это какой молочек. Ну-ка я. Ой, дедулька, что? Как? Что? Заглотил? В башню? Артошлюпка по нам работает, аккуратно. Предлагаю откатиться вообще. Я хочу все-таки его забрать. Нет, нет, Орда нет. Орда тебе сейчас заберет. Ой, 3-4 такой. Ну-ка, расступись, ребятки, я танка. Ой, нет, там что-то много. Я не знаю, на самом деле он там реально один. Нет, не один. Да не один, сзади его. Вон сколько. Нужно что-то сделать красивое. 34-ка, иди на отсюда, пожалуйста. Дорогой наш друг любезный. Там еще подъехала стычечка. На, торты хватает. Так, ну арта КД, короче. Так у него КД-то, блин, там секунд 8-9. Ать! Ой, не пробил. Я просто куда. Я его в ЛД просто пробил. Ой, 483, альфа какая! Альфач! Нас тут слишком много, нас тут слишком много. Нормально. В тесноте да не в обиде. На 200 фашек, кушеньки. Так, вот эта вот ПТ-ха очень опасная. О, привет. Ох, арта мне, прикинь, без дамага дала. Что ж ты подпираешь ты меня? Что ж ты делаешь? Хотел добить его. Габриэль, ты когда говорил про опасный, про опасную ПТ, это ты говорил про Якпанцер? Я только сейчас увидел. Я думал, что это Эмиль, короче, а потом смотрю, это Якпанцер. Потом видел, что это 132 пробития. Ох, а не хочу я пушечку чинить, не хочу. Уходи, родной. Я прикрою тебя. Их слишком много. Ать, на одного! Гнилуху меньше! Ха-ха! На одну, точнее. Их вообще просто огонь там. Сейчас будем спина к спине стоять. Ни шагу назад! Стоять насмерть! Да идите в жопу! Сколько тебе кинуло? 400. Это говно арта, коричневое. Да? Ну как его назвать после этого, эту шлюпку поганую? Я тут волосы на жопе рву. Да, танкую как... Божественный отец. Да и... что ж такое-то, ну... Да уйди, сейчас он тебя тоже вкинет. Уезжай. Я не пробил, дед. ВЛД под наклон. У меня КД. Да что ты? Ромб вставь, обратный. Да все уже, придется ставить, да? Да тут они выезжают. На катке. Да что такое, а? Что ж без урона-то все? От меня все зависит. Да. А, пушка не опускает, прикол. Ах, какой я ой, какой молодцом! Ты видал, я его загуслил, и он промазал, короче. Так, вот этот... Нет, этот не шотный. Ты посмотри, ты просто... Это... Рассадка, не знаю. Ты не пройдешь! Так пантера, там пантера в тылу, слушай. Ах, смотри, что делается-то! Людь, да... Ну я... 24... No! 270. Вот это было, да. Слышишь, этот Истри тоже на голде. Он тоже, короче, сосямба. Что, голдовый? А где все наши родные союзнички? Не знаю, знаю то, что у нас было здесь 3, а их здесь было много, и мы здесь... На самом деле мы могли с легкостью здесь защитить, если бы ты не отхватывал лишнего. Да, если бы я не сорвался, то мы бы спокойно поехали. А ты? Да. Я отлично сыграл. Вот реально, ты, кстати, красавчик. Ты ни себе, ни людям, как бы. С криками хер вам. Так, какие уровни? Давайте 8 КВ5, как тебе? Давай, чё. А у меня экипаж, по-моему, на нем нет. Или есть, погоди, по-моему, есть. Нет, ну если КВ5, то здесь вообще все решено. Нет. Как бы ты ни отрицал. Он льготный, там можно. Что нет? Хелкатика? Конечно же. Да. Я на него сейчас даже смотрю, у меня... Я на него зарядил. Да он светить будет и... Нет. Как ты сказал, светить это для слабаков. Хелкет имба он нагнет. Ой.
Я человек готовности. Так, ну сейчас отчетик я напишу. А задержка там буквально возьми. Там секунд 40, насколько я понимаю. Не больше. Тебе хорошо, у тебя все танки есть. Я сейчас буду устанавливать все танки. Сказал это Стоун. И раз, а у него все есть. Поражение. Тупо 1000 за слив. Без према. Так, у меня что-то подлагало. Все. Три потенциального. 200... И смотри, и результат Ой. Команды, как бы, ребят, посмотрите. Это просто... Меня сбивают люди, надо что-то... Ты же хотел да, отчетик точно, сделать. Давай. Так, как это сделать? А я уже... Все, поехали. Что он что-то напрягся? Привет, у вас... Почему Анжела говорит мужским голосом? А, ну потому... Почему? Скажи нам. Блин, ну вот родили меня таким. Такой. Такой, точнее, да. Поэтому я до сих пор не замужем. Арта одна, но больная. Что делать? Она будет стрелять в Хелкет, поэтому с вами все нормально. А я сисястый бог, мне все равно. А там 9 уровень, я не знаю, я голду сразу заряжаю. Я тоже. Ибо нефиг. Хотя, сейчас по-хорошему. У меня дежавю, кстати, мы именно на КВ-5 играли на ласе, или именно на этом же респе, именно на прошлом же стриме, и разорвали просто в хламину противника. Да, но мы были в топе. Да. Но это не меняет абсолютно ничего. Блин, какую КВ-5 ДПМ-то? Блин, мне бы его на основу, я бы обфапался. Мне, короче, обещали КВ-5, я такой, о, клёво, КВ-5 подарят. Сказали, типа, вот 25 числа жди. Я такой, блин, спасибо, чувак, клево, вообще зашибись. 25, 26, 27 число. КВ-5 нет. И я как баба у разбитого корыта сижу и плачу. Как же так? Ладно. Это был днище под цвет, между прочим. Давай еще. Тихо там. Да я думаю, просто берем и перевариваемся сразу же. Нет. No. Нет. No. Опа! Вот это было. Лев страдает. Вот это было грамотно. А, не помог. Блин, реально, у него голос, как у моего бывшего знакомого по Вархаммеру, один в один. Так. Оп, мимо. Оба. Вот это был... Да уйди ты, немощь, Блин, я его сейчас расстреляю. Немощь, уйди. Уйди, немощь, советская мощь едет. Анжела, что это за... Здесь... Я немножечко сейчас убью нахер этого аудиенера. Вот он, 212-й, в кого попал? В меня, молодец. Возьми с полки. Чемодан. 500 голды. Из 6. Что он может? Не пробил, просто не пробил голдой борт. Точно, потому что следующая плюха будет не в меня. Иначе я просто не выдержу. Крыша льва. От Волги до Енисея. Смотри, из 8. С8 прям затылочка. Нужен план, слышите, нужен план. Мы как-то хаотично действуем. Да все, это провал. План нагибать. Вот план. Это души просто ты... провал. Не найти нигде без не тебя. Пробил. Просто не пробил, понимаешь? Вот сюда сейчас кинет 212, это же очевидно. Сюда? Не, ну если мне то 3-4-3, то Ну-ка! Ать! Не пробил борт. Хорошо, голдо. Я люблю эту игру. Оп. Накось. А у них тапок божит, смотрите. ПТшит? Тапок от брони играет. Арта КД. Ох, арта дает жару, конечно. Тапок. Это серьезно. А я-то фуловенький. Если а у нас-то на базе проблемки. Если б не гомосек на Е25. Смотри, у Стоуна уже подгорает от арташлюпок. Да. Обычно я тут синим пламенем, так сказать. Нет, я люблю их на самом деле. Я предлагаю потом на арте скатать, кстати, мне понравилось на ББХ. Да, на 261. Да блин, это нереально. СТ1 просто стоит, его никуда не пробьешь. Просто никуда, даже голдой. Не знаю, танцуем, здесь делать нечего, ждем, пока артошлюпка накинет сюда и, собственно... И мы сдохнем. Да, и мы сдохнем. И продолжаем. Слышь, пошли за мной, раздавим сейчас льва. Стой. Они тут справляются явно без нас, а я сейчас ранчиком пойду за Левушкой. Я вышел на охоту.
Все-таки КВ2 на самом деле отличная машина, на мой взгляд. КВ2 или КВ5? КВ5. Ну, КВ5, да, вот если не считать еще несколько танков 8 уровня, да, вот отлично. Он сосет же. Ой-ой-ой, СТ-1 выезжает, переваливается, слышишь? А, все, извини. Не пробил. Дружба, дружба, я табачок врозь, а вот Алешка, ну что? Свинья, готовь себе могилу, КВ5 выехал за тобой. Ублюдок. Так. Плохой это план, плохой у тебя план. Что за... Души... О, Лёва у меня. А, Рикоше... Господи. КВ-5, конечно, классный танк, но Т-25-2 пробил меня с 500 метров. А СТ-1... Стоун! 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 Да живу. Вот он! Ес! Сейчас я еще отомщу его. Лёшка застрял у них, ребята. Лёшка у них Алёшка. По мне Т-25-2 работает. А, да, о, кстати, да, Лёвушка. Надо СТ-1, короче, с двух сторон заходить. СТ-1 с двух сторон. Братка, разведёмся. А, микрофон. Давай. Я захожу. Стой, не вылазь. Стой, не вылазь. Он хочет на меня, слышишь? Он хочет на меня. Он на меня едет. Давай, помогай. Ты же, я ему даже гуслю пробить не могу. Жесть. В корму заходи. Ну, родименький. Плюшечка. Плюшечку, раздаем ему. По ДПМчику, суху. На меня смотрит, на меня, на тебя. Да блин, ну что ты, где ты ходишь-то? Твою налево! Ну если бы я не отъехал, он бы по-любому меня убил. Ну и хорошо. Вот, все хорошо. Он на гусле, я его ты поставил. Ты потерпишь еще один? По идее, он меня шотнет. ВЗ-шка приехала. Вообще хуровая. Да. Он стрелял, нет? А, все. Стрелял. Ядрить вы, бестолочь. А, он умер, кстати. А зачем ты сдох, я не понимаю. Ты меня знаешь, нагнетал. Давай, где ты? Собственно, я тут... Я тебе помогал как мог. Я думал, на самом деле, он... Ты у него в прицеле, и я... Надо не думать. Для этого есть камера, камера-мод. Ой, сколько? Камера. Ой, осталось Т-25, это гнилушина, которая весь бой меня... Господи, какая убогая пушка у КВ-4, у КВ-5. Просто конченое дерьмо. Не, на пятом уровне она, кстати, нагибала неплохо. Ну когда да. Была на КВ. Шайтан тоже был неплох на пятом уровне. Он и сейчас неплох. Чё, я бада-баду делаю, короче, я. Дайте я... Ну... Где арта? Арта, привет, мой друг. Я даже я бада-баду не сделал. Арта не друг человеку. Ай, попал! Вы это видели? Я свесился. Конечно, мне шальфа не хватило. Ты бы видел этот шот. Я свесился. Автоприцел. Бум! И попал. Обалдеть. Красиво, ну, красиво. На арташлюпках поедем? Давайте немножечко побли... Нет, вы сначала покажите результаты боя. Покажите, кто тут. Отец божил. Покажем. Да. Ну-ка, я из принципа. Я вот 1000. А... У меня вот 33%, как бы, и хорошо. Так, она наша, да? Габриэлька, ты надамажил, да? Я хоть не помер. Я нафармил. 200, а что ты хочешь? Я в СТ-1 стрелял, там бесполезно его даже голдой. Короче, я готов нашлю немножечко попутанить. Нахте. Ночная бабочка, но кто же виноват? А чё, давай я отчет буду делать. Давай я отчет делать. Заходи в группу. Это Стоун, да, называется? Еще Они, напиши в конце, One. One. One или Они? Ничего не понимаю. Давай копипасти мне лучше. Пишут, компмэнник это тот самый, кто на гитаре шоу делал. Да, это я. Чё я такое надеюсь, там? Никто не будет сейчас рад, если я сейчас возьму гитару и начну играть. Ты мне даже не написал, братиня. А, это Стоун или как там чат-то называется? Угу. Ну я зашел, фиг вам. А, я неправильно что? Написал. Я тебе скайп скинул. А, вот. Это какой хеллкат, слышишь? Бери светляка, что-нибудь бери. Это вполне себе светляк. Так, я зашел, дай мне админа там. Или хотя светляк вот есть. Так, короче. Админа, пиши. Арта 10, да? Нет, 10-й левел просто, 10-й левел. Тринк. Я что-то неправильно сделал, наверное. Все окей. Так, поехали. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, завис чат, 3, 2, 1, Let's do this! Ох, так, хорошо. Божественный интерфейс, конечно, Химки. Нет, слышишь, ПТ-10. Я только решил попутанить, короче, Химки. Здрасте. И просто 47% сотки. Здорово, братин. Пофармим. Я ПТ-режим, мне наплевать. Куда? Куда угодно. А на гору. Поехали на гору на ПТ. Да, поехали, кстати. О, Габриэль Ку. Ку. Да, поехали на гору. Я ББ-ху зарядил, как бы. 1000 дам и доволен. Плохая идея. Отличная идея. А, я не на гору, короче, я знаю тут классную точку. Ну, покажи мне. Точку там толкают, короче. Это точка G. Так, кстати, затолкнешь меня. Падку. Потом предлагаю на СТ. Что-то мне так понравилось на батшате, такое бодрое танковое рубилово. Давайте old school 3 БЧ к охране. 3 БЧ? Я могу Лорен взять. Буду. Бедный ты, бедный. Так. Я помню, я в Vice City, когда катался, вот так вот поворачивал ствол, и когда стрелял, я быстрее ехал. В Vice City? Да. А, да, надо было стрелять из танка, и танк ехал быстрее. А, да. Давайте, заталкивайте меня. Помогайте, братцы. Я на подкрученных Ну, твою мать, ну пьянь, просто пьянь. Что делаешь? А тут, походу, не заехать. У вас есть помощники. Походу, тут не заехать, я же. Ну и что мы сейчас... Ладно, давай. Поехали сейчас. Я могу вот так сделать. БАМ! Бойся! Че, херак уничтожен. Где-нибудь там в полях. Я, кстати, ББшка еще стрельнул. Ты на подкрученных регуляторах? Я уже Так, смотри. О, я без подкручен. А, кстати, да. Сосай, лалка. Я сейчас ну, поверни ты влево, ну что ж ты. И я сейчас буду башенкой командира танковать, смотри. Сейчас я протанкую рубкой. Гайд по танкованию. Паттон, сюда иди, салага. На самом деле я разворачиваюсь и уезжаю отсюда. Ой. Они, наверное... Что ты делаешь, что он? Что? Какая жесть. Он просто на косарь ему вкинул. Свертухану. Паттон? Да, свертухану. Пипец. Да ну тебя. 1200. Ой, лаги. Нет, так, походу, нельзя стрелять. Че? Это запрещено. Ладно. Я когда на паттоне катаюсь, я очень люблю таких, как ты, которые с развороту на арте такие. Скадыщ. Сейчас мы будем фаша стрелять. О, фаш. Ой. Тема фаша раскрыта. Не пробил, то зачем не пробил? У меня ББшка, это же беда. Ну хоть что-нибудь. Бам! Не пробил! Ой, хорошо тогда. Я не пробил 2.6. Идите вы в задницу. Ой, хорошо танкую. Я не пробил его, но я в маску, походу, попал. Я живу. Ты прикинь, как ему повезло. А, у них все на горе. Начальник. Да, все, мы обос... Я хорошо сыграл. Не, ну я неплохой дамаг нанес, между прочим. Ты уже там 2к настрелял. Давай еще в бок этому. Нет! Ноу! Это судьба. Коричневые должны сосать шишку. Будем честны. Давайте СТ-10. Что это такое? Мне прям все аж пере это самого. Мне аж противно стало. Батчата. Ну, я личинка такая большая. Так. СТ-10. Делаю отчет, давай. Стой. Сейчас я установлю модули. Я здесь сделаю красивую планочку такую с нижними подчеркиваниями. Габриэль, ты лучший! Я знаю. Я готов. Ну. Так, СТ-10, друзья, внимание! 10. Норм понял.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, гоу! Ты там не взлетел. Успел, о, успел. Ну неплохо, ну как относительно. 43%. Боже мой. И 7. Я хочу от тебя детишек маленьких. Алексеев. Танк аллигатор. Танк аллигатор. Я забыл выгрузить фугасы. Танк. Мне их 10 штук. Танк. 10 фугасов. У меня вообще, я без голды как про скилл. Илюха, смотри, у них есть Waffentrager Alpha-4. Вот, выжидай его. Да. И знаешь, что делать. Хорошая идея. План. Габриэль. Пациент? Нет. Сюда. Не знаю. Да, что-то там сейчас модно типа стало на водичке. Ну ладно. Щукате! Да-да-да-да-да! Французские пилоты просто... Блин, классные озвучки они сделали. Вот эти вот... А из-за японцев тоже там японская озвучка? Наверное. И за китайцев там, там за китайцев, когда попадаешь в кого-то, там бывает такая звучка. Что это за? Примерно. Ну вот, вот такой вот звук. Как будто бы сопли жрут, что ли? Сейчас сделаем Wii, смотрите. Давай, давай. Wii! Ну! Вау, у тебя что? Крокодил. Крокодил, что ли? Я думаю, мы слишком далеко заезжаем. Мы слишком далеко зашли. Я в свете. Ой, я мать тоже... моя! Паттон! Привет! У-ху! Все, я в сейве, ребята. Сзади две стажки, сзади кость сейв. Твою мать! Врыв божественный, убиваем Паттона. Ты ВГ пресс. Вот этого! Пацана! Едь со мной! Блин, он шотный. Блин. Добрал! Добрал! Добрал шлюгера! Все, я разменялся. Number one, number two. Откуда они знали, о, что мы сюда поедем? А почему все меня сразу... А я думал, тут сейф классный. Блин, а сейф у Стоуна. А! Не пробил. Слушайте, я два раза не пробил, Паттон. Я так красиво добрал, короче. 20 секунд еще терпим. Да все. Ну, у меня 32. Ну, я сейчас еще 32 секунды поживу. Сзади батчатик такой. Привет, о, братка, о, как оно? О, он еще не попадает в упор! Рандеву! И! Выстрел! Это было не очень. Это было не очень. А кто предложил эту ересь вообще? Я не знаю. Это был ты. Это был ты, да. Чего? Комп-маньяк предложил это все. Нет. Уходим отсюда. Я не знаю такого. Нужны тащунские бои, а не ваши нубские сливы, ребят. Ну мне стыдно показывать оно на своем стриме. Ядрить вашу мать. Ладно, заказывай машину. Нет, нахер КВ2. Берите что-то 10-е, я на... Нет, ПТ. Фу. Я на Е100-м. Во, вот он мой любимчик. Бери 7, Илья. Нет, нет, нет. Наигрался? Нет, нет, нет. Так, фугасы, где здесь фугасы? Вот она моя любимочка, соточка ты моя. Отсчетик делай. Поросеночек мой. Ща. Так ты же говорил нет. ТТ-10. Я соврал. Да. Чпок. Чпок. Итак, ТТ-10, значит. Т-10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, гоу! Я аж сам, знаешь, у меня аж... ты чуть не проворонил момент. Опять нет. Этот Вестфилд. Ой-ой-ой. Вестфилд! Конченый как этот... Как панцирь ездил. Этот опять с нами поц попал на АМХ-50Б. Нагибатель. Надгибает. А я на кумулятивах сейчас покажу ему, где раки зимуют. Надо гнев. А, БЧ 9 уровня, так что не боимся, барабана у него нет. Ну что, танкуем направо, да? Габриэлька продался коричневому говну. Никогда! Никогда! Я буду, не знаю, на помойках рыскать, но чтоб сейчас на рту... Мы поняли. Да. Как насчет слева похерячить? Я в городок поеду, а трубочки играть буду. Бронированные.
А НЛД я буду прятать за заборчиками, которые теперь простреливаются. Не видишь, совковая эта мощь, она лучше. Он. Лечу. На самом деле, ребят. О, мат в чате, бан пожизненный. Угу. Господи, какой стыд. Мы все видим. Мы все под помним. Калибером. Под калибером. Он падкий. Да. Агрессивный дядька. И мы не менее агрессивные. Стоун вырывается. Тише. Сломай домик, сломай домик. Давай, ну. Давай. Оба. Ай, мало. Ать, чего? Что она? Не пробил? Кумулятивом? Ой, из 8 что-то тут танкует. Мы под артой такие поцы на самом деле. О, знатные. Нет, на самом деле все отлично. Там у них такая под арта. Нет, пал. 29. Вы убьете его? Нет, ядрёна корень. Нет, там. Я даже догадываюсь, где стоит 50Б. Сейчас учтем. Ссаные заборчики. Пиу! 90 хп! Да. Ой, 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 Яга. 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 Яга танк и 100. Я попытаюсь. Вытанкуй его башни, брат. 50Б слева! Да кто меня подпирает? Ёб твою налево! Да сейчас Яга вылезет. Что ты постоянно... Яга вылезет. Я поэтому и уезжаю отсюда к чертовой бабушке на куличике. Кстати, Яга, достаточно уйди, слабенько. Уйди, 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 советская... Че ты сказал? Советский классный танк. Классный. Классов, да? Мы туда-сюда, туда-сюда катаемся. Ну а что делать? Что делать? Предлагаешь танкануть Ягу Е100? Давай, брат. Я за тобой. Сейчас отец будет танковать. Смотрим. А на чем давай. У нас? Сейчас 50Б высветится, мы его... А-та-та. Дритатушки, дритата. Не попал? Ну его не высветит никто, понимаешь? А я вот светит. В чем беда, бедюнюшка, бедень. Вот, 4-2 вот счет. О, я классер Е100 КД. Яга КД, погнали. Это знак к атаке. Вот он, Яга. Привет, Яга. Как там твой нижний бронелист? Ай-яй-яй, как хорошо. Шло на 500. Ну, на 700, ёкарный. Вынимай. Ты пробил его? Да. Эст-1? Да, я Эст-1 пробил. А я что, не пробил? Свертухана, я не знаю. А ты слишком слаб для этого. А чё у них арта вообще не стреляет из принципа? Ты хочешь... Мне нравится такая арта. Правильно? Яга КД. О, и арта КД заодно. Яга КД, привет, мой друг. У меня есть снаряд, он тебя не пробьет. Блин, я хотел ему в руку шандарахнуть, но он... Слушайте, а он у них 50Б агрессивный такой. Он вообще агрессив. Ой-ой-ой. Я сотку просто, как бы сказать... Размальцевал. Не сотку, в смысле СТ1. Я его загипнотизировал, он не попал в меня. Сейчас кумулятив хорошо войдет. Магия. Не вошел. Яга на кого смотрит? Ай, ладно, рискну. Ой, ой, на кого? Он неопределенный. Неопределенный и многозадачный. Блин. И 7 клинчует. Клинчу. Да у Стоуна не Яга меня агрит. У Стоуна проблемки. Да блин, что с арта КД. У меня проблема, то что? Это же из 7. Из 7. Короче. Кстати, кстати, завтра выйдет гайд по танку из 7. Фош 155-й! Братцы Апачи! Машина! Летим, летим, летим! Здравствуй, мой друг! Как там твой танк? 50Б! Ну, я он ещё он прячется. Ой, слушай, а куда я спал? А, я знаю, что... Яга КД! Яга Ванга... Не пробил! Как тебе, кстати, Альфа 6? Габриэль, как тебе Альфа 6? Лаги, не могу, ФПС мало. Вообще шикарно, я люблю. Меня кто-то носил. Ах ты сволочь. Я ухожу. Ой-ой-ой, хомяк. Мне хомяк кажется... решил подло зайти слева. Я похудел, ребят. Скорее вытаскивайте меня отсюда. Я уперся в какую-то сарайку. Маленькую. Я что сыграл. А все потому, что я дал ему волшебный шут. А 52, 50Б теперь мой кровник. Я обязан его размальцевать. Он там стоит в этой своей низинке. Сосет шишечку, пока его... Б
Братки кровники умирают. Нехорошо так делать. Ой, пробитие. Что ты скажешь на это? Семь. Я, кстати, из инвиза по нему долблю. Я чувствую себя советским танком. Хорошо тебе. А Фошик-то где? Фошик-то где? Фошик? А, вот катается. Я его отсюда крою. Ага. Ну все, тогда крою. Блин. Не-не-не, не крою. Обидно. Арта, я знаю где. А теперь 50Б. Привет, всё, дружище. Я смотрю, ты отлично танковал. Я его сейчас... Помогал своим. Я его сейчас это самое... Раздавлю. Как букашку таракашку. Убей 140-го, а то он подсосет домашку. Нет. Бейте его! Ну вы что... Стойте, вот. Подождите. Молодец. Меня, чуть-чуть меня подождите. Чуть-чуть. Батька врывается, все. Нету времени ждать. Да ёптель, моптель. А, на... не пробил. 4 хп. Я лечу. Убейте! I believe I can fly. Блин, и всех убили. Я хотел хоть этого убить. Отлично. Вот это, ты знаешь, с моей стороны это все было так шикарно. Ты летишь, короче, это было красиво. Ты, может, СТ-шечки 10 полетим по полям? Требуется ремонт. Блин, на батшате у меня кончились. Ладно, продам пазик четвертый. Чуть денег нет? Нету. Продам пазик четвертый, поставлю себе. Починю батшат на эти деньги. Я могу тайпа продать, кстати, он довольно дорогой. Ребят, смотрите, продаю тайпа 569. И меня потом порежут на кусочки. Давай, отсчетик. Блин, опять отсчет, ёк. Да, отсчет. СТ-10. Ой, СТ-10. Десятый левел! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, гоу! Сейчас будет поле. Русское. И по Т-10. И мы. Поле. И арт 4 штуки. У меня почему-то комментарий. По Т-10, да, ладно. Оу. Ну, нормально, Вафентрагер. Фош. У нас, кстати, даже больше имб. Стоун, убери размытие. Чё, мне мешают? Чё, как не пацан? Ну, в чате пишет. Махи. Мяу-мяу. Жирная козлиха. Короче, у них Е100-й профессионал. Опасаемся его. Интересно, а World of Tanks рассматривают, как там, не знаю, реально, газету с объявлениями. Продам ВАЗ-2105 88 года выпуска. Приезжайте в Самару, да, Текс, ну что ж, очень такая классная, на самом деле, карта. На ней можно всякие активные действия проворачивать, но мы этого делать не будем. Это зря. Чё, нет? Ой, слушайте, а у них 362-х в обслуге. У них куча СТ-шек вообще. Да они соснут, потому что батшат, он же просто как ракета. Я уже раз, и я уже на балконе, раз, я уже у них в тылу, раз, я уже высаживаю им в корму весь барабан. И просто без шансов, это батшат. Едешь в ангар, и да? Ты тут проснулся, да? Так, 4, 3, 2, 1. Я заряжен, все, теперь любая шавенка. Вот Паттон, например, иди куда сюда. Ну давай, шавище, вылезай. Куда же второй едет, ты что, пьяный? У нас 171 и фугас. Фош 155. А я полетел. 1375. Ребята, ребятушки. На гусле фош, на гусле фош. Да срать на фоша. Да на гусле. Не попал. Все, уже слез. Да 90-ка вы пропустили, раки. 75-го. Да что такое? Я не попадаю по нему. Вафля на балкончике, вафля на балкончике. Вафля на балкончике, вафля на балкончике. Ого, яга. Давай, 1375, ты самый опасный, я знаю, как стрелять. Не попал, зато я убил камень. Кстати. Значит, будет 90-ти, весь здесь. Все, я в КД. А я говорил! А я говорил! Убить его надо, я КД. Иди в КД молча сидим. Я говорил. 90-ти, ты фош, фош! Просто бесполезный фош, никому не нужный. А вот 90-ти, опаснейшая цель, он снова вылез, ребятушки! Я бортом танкую.
15 ой, секунд, 15 секунд. На самом деле он влезает очень... О, вот! Снайпер Стоун, молодец, возьми. 10 секунд. 8, 7. Мимо. Надо было свестись до конца. Блин, а тут такой холм сделали не клёвый. Раньше был, было клёво. Так, я заряжен, короче. Я хочу реализовать свой барабан. А это означает только одно. Ох, и тапка лев. Не-не-не-не. Ой-ой-ой, а, ну конечно же мне... Вафля в свете. А, вафля, она в КД вроде уже должен быть. Она очень далеко. Судя по тому, что она вылезла. Вот здесь вот на этот. На белое. Иди нахер! Стоун, ты лучший! Ты, блядь, просто лучший! Я от него еще отхватил, еще тебе в затылок всадил. Охудеть просто. Идите в жопу, я КД. ВГ прессак, господи, какой рак на ВГ прессак. Заметьте, это не Стоун. ВГ прессак. Ох ты, у них Е50. Ну почему я в КД? Сейчас бы Е50 здесь остался. Ой. Слушайте, а что я здесь делаю? Можно же спуститься вниз и там нагибать. Да? Или нет? Нет. Я не думаю. А я думаю, я сейчас. Мне не интересно твое мнение, Габриэль. Я интересно. Поеду через центр, ах, буду что-то делать. Надо стоять на балкончике. Тед. Нет, Тетрис не против. О! Привет, Е50М! На фашистах катаешься! Я тоже. Ой, как-то меня замансировало просто за камень. Все. Пенетрейшн сделали. Блин, он не мехвода успел выбить. Под... Нехороший. Забрал за собой твоего мехвода. Я хочу напомнить вам то, что у них почти... Я хочу напомнить, что ПТ живы еще. Сейчас тебе одна ПТ живы выйдет. Которую я, кстати, пошел, уже дал. Что? Вот. Красава! Давай еще. Респект от пацанов. Я уезжаю, короче, ребята, у вас там все очень плохо. Зачем мы уезжаем? Смотри, тут... Пошлите 30-ку сожрем, она одна наверху. Тапка лев. 30-ку, ребятоньки. Ребятки, ребятушки, через центр. 30-ку. Погнали, чат. Я еду за тобой. Давай, Иди. Дядька. Ох, йо, тут сотка. Фуловенькая, бортом. Он рондон-дон делает. Ничего не может. Я... Он лучший. Я даю. О, так мы его охренеть! Охренеть! Он меня выцеливал секунд 10, наверное. И еще и рикошетнул. Я КД. Это просто огонь. Соточка. Ой-ой-ой, хорошо-то, как я сыграл. Ёптель-мопсель, я пошел. Танкую в два борта. Ребята, до свидания, мой ласковый Мишка. Я сейчас зайду в тыл тридцатки. Не сливайтесь. 15 секунд. 15 секунд! Да не сливаемся, не сливай! Ага, хорошо. Я так не умею. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Я врываюсь на него. Давай. Покажи глаз у Девинас. Раз. Два. Все, теперь на семерку. 3 снаряда есть. Ой-ой-ой, она на меня смотрит. Слева, блин, подалюка! Нужно быстренько этих пацанов убить. Вот семку и еще подлежку. Семка на меня смотрит. Падайте сверху на меня. Ты что? Ох, ей на 1000 сандалий. Ты жадный. Куда ты? Я? А кто ей? Ай! Не дал фраг! Патом сзади меня. Вижу. Куда? Падла! БКшечку мою! Блин, как он выцелил? БКшечку? БКшечку. Ты знаешь, сколько сейчас перезаряжаться? 76 секунд. 76 самых секунд. Вообще, я умру сейчас, на самом деле. Ой, что было? А что у тебя пальнуло 125, слышали? Фош, что? Кто в тебя 125 пальнул? Не знаю. Я устал, хочу любви. Т-62 на фугасах похож. Тапка лев, давай попробуем. Сзади ГК катается. Да, у меня 40 секунд еще, чувак. Не знаю, что с ним будешь делать. А вдруг он на ББХах? Подожди. Да хер там. Да, на ББХах вроде. Он бы пробил бы тебя, он попал тебя. Паша. Нет, у вас не стоит... У вас что, не стоит модпака Джо?
Я, как ты знаешь, съехал. Ну так. Ай, вроде у нас одна методика съезжает. Смотри, Фош катается. Фош не катается. Блин, да ладно, мы тут еще можем реально потащить. Наверное. Попытаюсь на... Нет, не захожу в тапку Б в жопу. А, мне он уже заберут. Уехал, ё-моё. Слушай, там еще второй. Может, ты его сначала? Да-да-да-да-да, еду. Разберешь на молекулы атома. У меня 62-й сейчас... Нет! Это было, да. Да я не знаю, вот как этому конченому давать 500 голды какие-то? Он просто стоял в кустах. Он же конченый. Да это реально, вот синяк, вот тупо синяк. Габриэль, ты такой аморальный. Это синяк, потому что я не знаю. 5000 урона! Вот это было красиво, конечно. Я в минус. А кто-то у нас надамажил. Не знаю, но... Не, ну момент сотка, это просто эпик, понимаешь? Выцеливает меня секунд 10, наверное, стреляет и дает рикошет. Ой. Давай, еще надо стать 10. Давай, счетик. Ах ты. Так, 10-й левел. 10. Я, наверное, просто буду гореть гол и все. А то я задолбался уже. Гоу! Синхронно, просто синхронно. Unbelievable. Надо какую-то карту открыть. Вот. Вот, кстати. Вот опять, это... опять хочу на балкон. У меня дежавю. Там дежавю. Тоже много СТ. Да, мы... У них лев, кстати, фарм. С этого же респа. И мы... Но ты сейчас уже не вылетишь, и мы это... Сейчас херак, опять такая же ситуация, я опять вылетаю. Просто эпик фейл. Я тогда удаляю нахрен игру. Никто не попал, срату не палит. Кто тебе сказал, что никто не попал? Все молчат. Ну, да. Конспирация. Кодовое слово ты потому что не придумал. Кодовое слово будет... Анжелка надо было. Анжел Олег. А это случайно не из нашей Раши или... Нет. А как ее там звали? Я просто уж давно эту систему скидывал, лет 5 назад. А что там есть Анжелка? Там ты какая-то училка была. А, вроде стар... тоже ее Анжела Олегана зовут. Нет. Анжела Олеговна это в солдатах, ё-моё. Шматко, ты что, не смотрел? Ну, давненько было. Я первые 3 сезона вроде только смотрел. Тогда, когда уже пошли солдаты 17, мне как-то я думал, да, они уже не очень. Опачки! Ха-ха! Братка решил схитрить, его ждет тут приятный, неприятный сюрприз. Слева, слева. Да плевать на него. Советский танк! Ну! Падла! Помогайте, 10-62. 268. Паттон! Да я худею просто! Говно, сов... Я тебя сейчас размальцую, петух! Я приехал, тебя нерв... Всё! Соснул! Сыграл. Оба, с вертушки, что ты можешь? Я КД, ребят, я КД. Арта-КД. Арта-КД. Я тоже КД. 30 секунд. Я читаю агрессивный КД. Рома, здесь нет смысла больше вообще выезжать, потому что сюда арта будет очень хорошо сведена. Так что просто там стой, не знаю. А вот сюда? Да, практически, да. Здесь можно. Еееей! Я знал. Только ты сейчас опять вылезешь под мой выстрел, да? Ой, хорош. Ну слушай, как ты так, ну, с вертухана просто? Скилл на Е50М годовой вековой. Як панцер Е100 светится. А, вы его не видите. Як панцер Е100. Ты видишь эту малину? На самом деле столько много. А-та-та-та. Блин. Шаттарой там так классно танковал катком, а я протупил. На самом деле, вот где стоит Шаттарой, можно попробовать покидать. Потому что тебя никто не прострелил? Не-не. Там С7 очень хочет нанести мне урон. Вот сейчас ты выйдешь. А, ты вафля! М103, смотри, пошли... А, нет, не получится свалиться. Почему? А вообще, где у них все ПТ? У них все светились, только арта не светилась. Можно поехать просто забрать это... Ну, там ХП у них. Где арта светилась? А, ПТшки это здесь стояли или здесь стояли, я не помню. На подъезде Якпанцер точно стоит. Этот Вафентрагер стоит на базе. Он там рукоблудит. Ну, как всегда, синяк же. Ой-ой-ой, 7! Я все понял. Я найду тебя и порежу.
Я убью тебя, лодочник. Погнали отсюда, тут нечего делать, реально. Да, винеглуха. У нас, а вот у нас просто А потому что вот аутисты, просто аутисты. Ну, они играют по тактике трехлетней давности. 3 года назад вот на первой-второй линии там же все бои были. Да? Сейчас смотрите, сейчас я танкую. Я танкую, можно пройти. На первых левелах, на самом деле, сейчас до сих пор так. Куда вы поехали? Здесь можно потыкать в них. Ты ко мне на вы? Ну, вы оба же поехали. Я никуда не поехал. На данный момент тыкают в нашего совзводного, причем довольно так... такой штукой, и сейчас его затыкают до смерти. Ой, ПТшка, ой, вижу, Яга. Ууу, далеко. А ККД, кстати. Не поверите, в кого она стреляла. Ну, сейчас Рома отъедет. Да? Угу. Окей. Ваше желание, закон. Ты ко мне тоже на вы, да, как я понимаю? Что это было? Это что S7. Это было? Я же на какой-то булочке катался. Я не понял, я фуловый был, нет, у меня влетело 2 залпа, и у меня просто не стало хп. Ты тут чиниться! Ладно. Я отвечаю, там было 268, что-то еще. Ой, как хорошо. В меня влетел плюха. Просто 3 плюхи синхронно влетели, хотя я не светился. Что за бред? Да светился. Лампа не сработала. Я льва не пробил. Жесть, Яга, Е100, свинья толстая, на 1000 втащил. Ой, лев только что на 1000. Да наши вроде тащат, у нас там 103 правда. Кто ж мне звонит, умри. Ой, красава, 103 дает. В НЛДху свинью выцелил, так ему и надо, поросяка. Слушайте, блин, я так подозреваю, что божественный глаз, который сейчас смотрит сверху, смотрит именно на мой танк. Да. Ой, я что-то не попадаю. Али, пожалуйста, тот, кто мне звонит. А-а-а. Меня не пробили, помогите с еписью. Привет, друг. А от башенки, от башенки. Помогаю. Ой. Коричневая. Просто коричневая. Не могу целиться, ФПС мало. Жесть. Я пойду припудрю носик. Наши с левого фланга просто как герои, как 2 спартанца держатся. Держись, родной! А, еще и без урона, ну какие молодцы! Наш коричневый просто бесполезный. Просто у нас коричневый, отвечаю, бесполезный кусок Г. О, наконец-то! Адско везет, я не знаю, я в него раз в 9 уже на... Нормас! Арта в итоге забожила. А вот у нас... Все, мы выиграли этот бой! Yes! Я знал, ребята! А все потому, что я скиллово посвятил центр. Да. Умер, правда, при этом, но посвятил же. Смотри, у нас 71-й просто тролляка. Маленький малыш, такой карапузик, стоит наверху. Сейчас еще будет попукивать. Пук. Пук словил на 900 от 704-го. Чинись, дурында, чинись и улетай. Он еще подумал так секунд 10, чинить кусту или нет. 9 хп. Обалдеть, вот этот лакер. Давайте, ребят, доведите этот... бой до логического завершения, то бишь до победы. Я у вас верю. Я просто днище. Да там 268, я его боюсь, и тут что-то я дистанцию не учел. 268? Блин, наших просто кромсают, что за хрень творится? Они не хотят выехать, не знаю, я тоже не хочу выехать что-то. Где 75-й нашем фуловый был? Где вафля была? 75-й просто вафля, там же, где и 268. Жесть, просто 62-й из инвиза крошит. Как? Подожди, вафля последний раз светилась вообще за монастырем, не? Вот он. Стоун, нужен минус 62-го. Никак. Понятно, Юрка, короче, на E75 у нас... Странные вещи делает. Хватает звезды, сам не стреляет. А он еще и стоковый. Привет, танкисты. Ох мой. Юра. Мы сейчас солим. Вафля! Боже мой. Фугас! Такой фугас. Жирный и толстый. Фугасцом ее. 81-й ее крошит, наяривает, малыш! Каждым ш... Она не на него, не на тебя. Давай, вот молодцы. 71-й просто тролляка, она еще один снаряд пустила.
Стоун, давай, родной. Фугасный! Куда, твою мать? В место, где ноль урона. Господи, дно! Вылезь, выкатывайся, не дай ей уйти! В погоню! Там есть 7, 2, 6, 8, погоню! Они все смотрят на Е75. Господи, Е75, такое дно. У тебя хп дофига, давай. Что ты, куда ты едешь? Ну, куда ты едешь? Ладно, помоги 75-му, окей. Ну, вот то, что ты вафлю отпускаешь, ну это просто фейл, братиш. Да какой на ходу, ты ж... Едем. О, 2-6. Привет. Отстрелялся! Пошел крутить его! Да закручу я его. Ты просто в себя не веришь. Еще не успеешь что-то дать, не успеешь. Сейчас получишь. Красава! На тоненького! Взади... Нет, вафли не взади, нормально все. Нормально все, только не... Бортик, вот! Да там башня. Просто... Не попал. Не затащил ты, Илюха. Я затупил, просто я думал, что на центре есть семочка, и я хотел ее убить, и 219 поздно. Е75 просто овощи, овощевод у нас. Выходите. С позором. Блин, вот... Чутка них. Ну я, конечно, сдох, да. Тот еще Карлсон. Но Е75 это просто огонь. Поехал фуловый. Ничего, никого не убил, сдох, КГВП. На чем? Я шадочку возьму. Я, с вашего позволения, соточек. А не хотите ли вы на автошлюпках съездить? Нет, извольте. Я уже достаточно покуртизанствовал на сегодня. Мы дальше потом просто на Энск попадем. Да. А почему у тебя есть 100, а у нас СТ-шки? Это нелогично. Я возьму маус. Давай, чё. Ну мне хочется на соточке, понимаешь? Вот... А, я возьму, она знаешь, чё? Клёвая. Хочется потанковать с хорошей альфой. Красота, да и только. А давай отчет. А на шестых сыграем, да, боёк один позже. На шестых? Да. Мне нравится эта фраза. Ну. О, это такой срач клёв. А, счет точно. Поражение на утёсе. Я хочу на бате. Не грузятся результаты? Я 1500 дал, я красавчик. Ладно. А, я вообще... Раз уж вы хотите на хардкоре, то я тоже на мышке. А я 5000 дамажил, между прочим. Наслился. Беда. Наслился. Все из-за тебя. Так, да, 10... Тут надгибатель очень просит минуту подождать. Не ждите минуту. ТТ-10. Ага. Чатик просто... Палах. Два. Один. Поехали. Погнали. На мышках мы помчимся утром рано. О! Радуйтесь то, что против нас ГВЕ и 212, да? 201, 212, три арты, но она мне не страшна, ведь я в своей среде обитания. Городская карта. Ну все, мне никто не страшен. Я их раздавлю. Заряжу-ка голду пока что. О, все с тобой понятно. Со мной здоровается. Со мной здоровается Арта Б. Я вот хотел ответить Ку, но вижу, что он на ГВЕ 100. Это знаешь, как пожать руку гомосеку. Вот как бы. Не, нельзя оскорблять. Да, нельзя, Ку. Блин, не туда написал Ку. Да я не туда пишу, что такое. Кривожоп. Рука. Он же-то поздоровался со всеми. Давить еретиков. Из 4. Что-то больно быстрый. Баба. Блин, вот маус реально вот чувствуется моща, да? Скажи же. Не чувствуется. Особенно в Чикаго Плазе. Увидишь завтра видео, выйдет, которое, и ты увидишь, какой мощь, какая мощь у мауса была. Была? Была. Каждый снаряд отдавался. Два боя, в общем, я сталкивался с маусом и просто шил его каждым снарядом в башню. Просто два мауса уничтожил. Просто ты на голде
херачил. Ну да, на голде, ну да, блин, там... на голде ты уж. Пашки доворачивал, отворачивал, бесполезно, то бишь маус, говно. Ну сейчас я на голде как бы есть. Как бы если он довернет хороший угол грамоты, ты голдой его не пробьешь, даже надо. Можно будет в бок его запрошивать. Не, ну я имею в виду башню уже. Опа! Это что такое? Это что за покин? Стоун! Покин Стоун! Стоун! На готке! Обновил его! Работаем! Башню и довернул? Ты... Башню довернул. Три секунды. Но! Ой! Отстрелялась шлю! Ну! Не попал. А его кроют нормально. На-ка, на каток! Захожу сбоку на Е3-го! Е3, здорово, мой друг! Е3, твою мать! Е3, как там твой борт? Слушай, Е5 скажешь, если откадешься? Ну, он откадешился в меня. Я проезжаю по мне. Ох, спереди у нас звезда. Здравствуй, Аня. Эй, Акрам, я сейчас поиграю. Да так, ты да, так, ты надо защищать увлекся. Нашего ИСа. Я помогу. О-о-о-о! Едет. Ой, да. Ёпа-мать. Давай назад. Мышка закроет твою задницу. Да назад же, дубинушка. Что ты... Я ж закрыть хотел тебя своей жирной тушей. Да уйдите отсюда, а! Пьянь! Уйдите отсюда, я бортом буду танковать! Свинари бесполезные. Да как я его не пробил? А, хэви, закрою! Вижу. Да я не пробил. Бачат, нормально. Бачат, а что? А где у нас вся команда? Хорошо хэвику втащили. Так, голда нужна, Е3, ёпара. Раз, С8, давай, вылази, я знаю, ты хочешь. Ох, на бац, не попал. Ну, то ладно. Да, С8, смотри, вылетать что-то будет. Ну, давай, ой, родной, ну. Чё, давай, ищи. Это кто у нас? А, 71-ка. Е3, КД, можно забрать С8. Давай, пошли. Не подпирай меня. Ну, как там мне выезжать же надо? А. Вот, давай, по С8. А, Е3 заряжен! Но! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты че меня пугаешь? А, не заряжен? Нет. Так, у меня голда, в принципе, можно попробовать его зафакать. Ну так, батька на 4-м месте сейчас зайдет сбоку. А, тут. Батька лапать. Сейчас. Я не пробил. Подлый лапать! Фашист! Отстрелялся, Е3! Каску, ребятушки! ГВЕ слева, будьте... ГВЕ слева, Стоун! Твою мать, жирная хреченка! Заберу! Знаешь, у него столько влетело сейчас. Я знаю, я вижу. Так, просто протанковывай и забираем Е3. Е3 куда? Е3? Отлично! Привет, моя сладкая! О, сладкая! Ать, камбашенку! Никто не отменял, голдовая штучка. Е3 КД? Нет. Оу, но! Боже ты дно! Он сейчас меня еще раз садит. Закрой меня. А не, отлично. Yes! Ну что-то FPS 18. Мышка. БЧ. Стоун, уйди, ну загораживайте же, ну. Блин, своей жирной жопой. Да как я попадать буду, если вы встали перед ним все? Дурачье! Ой, тапок, да. Тапок мой. Я поспешу. Кстати, говорят, что у него броня плохая. Я не... Ой. Да, у него плохая броня. У нас на базе настежка. Бат, я вернусь. I'll be back. Хотя... Маус, иди защити там базу. А вы двое Мауса. Маус. Давай еще боёк один, знаешь, как-то. Everybody. Илюха, возьми ты 95. У меня маус танцует. Everybody. Вы на стриме. Вы не видите, но на самом деле он танцует на стриме. То есть обычно он так вот едет, а на самом деле он жопой виляет. Смешно получается. Твою налево! У нас сейчас базу заберут. Этот поц, блин, мне в гостики наяривает. Молодец! Шутник, Муслим Кобзон! Какая шутка, Евгений Ваганович, а можно я вам с домашкой любую укладочку? Тут сейчас будет 268 где-то. Где ты? Выходи, подлый трус, мы уже едем за тобой. Давай его фугасом заберем. Не.
Не убьем же. Выходи. Будем на... Вот чё он боится? Встал в своих кустах, синичинка. А в поле в чистом боится бой принять. Блин, мало... В чистом поле мы, кстати, снимали с Илюхой в трене. Там был 268-й в тренировочной комнате. И посреди поля он исчез с 250 метров. Это нормально. Да, это... Ну какого шкера? Смотри, он нас крутил. Хитер и быстро. Ну чё, ну твою же... Коня крепка, и ой, 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 да не пробьёшь же, бро. Вообще изи. Просто в борт именно, в корпусу, там где экраны. Охренеть реально, под таким диким углом. Дай посмотрю. А, всё. Под таким углом, господи Иисусе. ББХ, друзья, ББХ. Ни о каких кумулятивах. Ну, кумулятивом как раз таки бы и не пробило. Да, там же экраны все-таки. Давайте еще тяжеленький. О, такой сетап. О, надо их. Тяжеленький? Угу. Что там есть такого тяжеленького? 3500. А вытанковал-то 6100 просто. Да, забожил. Ах, показал. Дух Мауса. Опять отсчет. А сейчас давай на тяжеленьких, и потом на шестых мы обещали человечку кататься. Шестых, ох, я ж на КВ-2 там. Угу. Ядрить давай твою налево. Так, погоди. А мы не читаем комменты вообще. Некому читать комменты. Так, могу почитать. Надо было читать комменты. У нас три рыла, блин. Так, давай, отсчет делаю. ТТ-10. Ленивые засранцы. 10. Три, два, один. Гоу! Фу, хочу поле, хочу... Малинов. О, тундра, сейчас как пора... Сейчас как парашем на ПТ-шечке, ты чё? Сейчас ФВ, як панцер. Сейчас будет вся суть Мауса, вся суть Мауса. Просто сейчас душенька прям именно парадует. Просто всяко... Просто ПТ, сколько штук из команды? Не, ребят, ПТ не дисбалансный. Не-не-не, баланс. 8 ПТ-шек, 3 светляка. Это получается 12 танков, то бишь. Ой, да. То есть всего 4, игровых танков 4 танка. Да. А ПТ-шки нисколько не дисбалансные, и статистика в норме, все хорошо. А, Анжела. Едем куда? Анжела. Ко, пацаны. Давай, я не знаю. Помнишь, когда на КВ-5 ездили на том стриме? Я не помню уже. Сюда мы ехали. А, ну, это, по-моему, плохо кончится для нас. Ну, в тот раз ничего было. Ну, давай попробуем. Чем черт не шутит? Ну, мы попытаемся запулиться, конечно, если выйдет. Яженька. Сладкая корма, як тигра. Так бы и всадил сейчас туда немножечко фугасца. Оу! Я в свете. Вафля засветил тебя, друганя. Да. Привет, Вафля. Свертухи. Ну, почти попал. Советская вертуха. Потому что надо было... Вот я как... Видите, я как грамотно объехал. Вот, так и надо было и вам. Но вы же дурачье. Угу. Не то что... О, на 700. Мышка уже вглатывает. Давайте падаем на 5-4, ёкарный. Погнали. Просто с вертухи. ББХ, и он меня пробил, ребят. ББХ, мать твою. 200 пробоя. Ладно, уверен, хоть... что 200? Но он там мог взять... Дебильную пушку. Д-54, да. Он меня ББХ мешает, сука. Давай, обходи его. И будем затравливать его. Давай. Из 7... Ой, ой, из 7 на воде, помогите, это опасный чел. И пробил меня из 7... Помогайте, да, помогайте, тебя. Помогайте, помогайте, помогайте. Он мне сейчас опять всадит, ёбан. Я не могу, у меня вафля. Я его не крою. Сейчас помогу, я чекаю. Оооо, приплыл! Приплыл. Ой, 62-й едет. 62-й, 62, стрел, да хочешь бати получить. Я не знаю, с кем вы там воюете, у меня все тут плохо. Все очень плохо. У меня тут куча танков. Хэви, 62-й. Илюха, я еду к тебе. Но я не могу бросить Илюху, он на произвол судьбы, поэтому мой разворачивайся. Мой кумулятив сейчас расскажет, где стоять этому из 7.
Заряжаю 122 миллиметра. Так, еду в Магадан. Струи! Ты как-то знаешь... Урина... звучаще выглядит. Да, как раз. Фошик, дай мне потанковать. Да господи. Кто ж тут камней-то наставил, а? И танки наши выстроены. Хорошо, на 1000 съел от ПЗ-шечки. Еще от вафлина. Хорошо. Чай 7, знаешь, чем я понимаю? Маус-то может. Ой! Бортом танкует из 7. А мы-то давим, ребята. Мы-то здесь давим с ребятками. Фошик меня защищает просто, как я не знаю. Так Фош это... Ты всегда, когда маус покупаешь, тебе карманный Фош дают. Бум! Ха-ха-ха! Смахивает он. Не пробил меня 268, не на того напал. Смотри, Фош как беспокоится за тебя. Вот что значит командная поддержка. Реально. Молодец, Фош. Сейчас на нас базу еще возьмут. Ну, мы точнее. Да, мы тут, кстати, прикольно так. Крест 62-й, так тебе твой танк. И я тебе что? О, ну, с разворота именно по приходу. Здравствуй. Да, о, Илюха, он очень хочет вообще. Все. Что это хочет? Это просто пиздец. Просто... Плохо, да, плохо? Все очень плохо. Я забыл, что у меня петушитель... Я постоянно забываю, что у меня огнетушитель здесь не золотой. Ты спалился, да? Меня обнасиловали как шалаву последнюю подзаборную. Маусы не затащили. Почему? А почему меня не закрывал Фош? Где мой Фош был? Ну, Фошик был всего один. Фош один на всех. Вот, я тут все. Да. А я думал, затащим. Я думал, вообще все хорошо. Не, просто, знаешь, ваши крики были достаточно такие позитивные и бодрящие, я думал, у нас все хорошо. У меня был отличный, я был фуловый, понимаешь, фуловый. 3 шота, все, а меня нет. 3 сраных шота от хреновых синяков. Пьянь. Любишь ПТ? О, вафля, давай, работай. Бам, раз. 2 секунды передачка, 68-й. Ну, как ты его не пробил-то? Ой, хорошо идет. Опа. Ай, с поджогом. У нас вафля, блин, это так прикольно, знаешь, выезжать и просто... Ломать танк. С барабана уносить там 2 танка. Давайте, давай, я сейчас вафельку возьму. Окей. Ах ты. Ах ты. Присуха. У него читы. Из 4 у нас осталось в живых. Давай, брат, твоя каменная башня, она непробиваема. Да, особенно вот крыша 30 миллиметров. ФВ хочет тебе стрельнуть в зад, смотри, слева. Желание есть, да? А, ой, да, ты прав. Проявляет желание в полной мере. Попахивает аналом немножко тут все у нас. Так а что, синяки? А у нас синяки, у них синяки. Сейчас смотри на Фоша! Смотри, что делает хитрец! Где? Тихо! Едет здесь! Подкрадывается и... И ФВшка в КД! Давай, Фош, покажи! Я думаю, сейчас для Фоша это очень плохо кончится. Она уже заряжена. Все, провал. Спалили весь... Да там вот его еще прикрывает просто же, это ФВ-ху. Эх, печалька. Такую обломали засаду хитрую. Приятно. Его Е100 стоит. Я не знаю, остались ПТ против ПТ. О, смотрите, какой он просто забор. Вафля не пробивает. Вафля не попадает. Вафля пробивает. Опа. Вафля барабан высадила, ни разу не пробила. Это эпик. Так, как там Фош? Фош-то наш! Все, Фош отъехал. Какой удобный. А как он умер-то? Панцер. Да. Ну Фош божил. Бой Фош... интересный, но жаль, что мы... Сдохли. Да-да-да. А так вообще бой, да, клевый. Но мы его сдохли, конечно. Это небольшое упущение. Сейчас будет краткий гайд по сливу. Угу. Тут... О, я в свете. Давай, С4, чего ты действительно танкуй? Будь мужиком. Я танкую. Ты же не на синяке играешь.
Справа, привет. Семерка. А, ну, да, справа. Ой, он не попал! 7. На 90 тебе сейчас будет зад пихать, чувак. Он свалился, смотри. Привет, 90. А, у меня на него орудие не подавается. На... Так ты вниз в сеть на воду. Вот так вот тебе. На таташке. Маус тупо фуловый. Яга. Бах! Тебе! О! О! Это у нее такой. Это. Яга. О, Е100. Вафля сейчас будет. Давай. Яга, я. Да как он его пробивает, я не знаю. ФЛД пробил, ё-моё. Воу-воу-воу. Давайте, ребят, собрались! А, сзади ФВшки! Ой, сзади вафли ФВшка. 268. Здесь, ну, не пробил кумулятивом. 340. Ой-ой-ой, назад. По тапкам давай, там Е4 фуловый едет. Е4, да, сейчас он полон рот сосая наберет. Давай. Нагуслю его. На ой, каток. ФВшечка сзади. Господи, это такой длинный бой, а? Под танком. Ой, ФВ убили! ФВ-то убили, братка! Спасайся! А Маус убил вафлю. Это, чё? Вот это бои ПТ-шек, это такие, ну, сами себе. Ой, а чё я тут стою? Бах! Ладно, я базу. Бах! Мне даже не нужно. Иди сдохни. Это нынешние реалии боев 10-х уровней, на самом деле. Все так позитивно. Нет, все они привносят динамику в игру. Вы просто чарите. Мега динамика. Маус. Кто это? И меня убило 7. Как наша Яга уехала к ним почти на базу? И сосет от чафика, заметьте. Господи, она сосет тупо от чафика. И 7, знающий ему долгишко. Мне кажется, хер тебе. После боя кто там нас поубивал? Да что такое, я не... Большой и то. О, Ягода, да. Ягода молодец. А почему мы смотрим, кстати? Не знаю. Я вышел уже, я вас говорю. Я все уже. Я помню, кто-то грозился. Я точно знаю, что вот этой ПТ-хе на вафле вообще. Ей надо отобрать у нее 500 голды, еще лупить ременем. И вообще синякам ничего не давать, а наоборот отбирать. Давайте 6-е уровни КВ-2 шайтаночка. Хорошо, да? Фу, гомо... Так. Знаешь, я хочу вспомнить начало стрима. А. Сливаться не будем, да? Неважно. Погоди, у меня тут куча экипажей. А квас где? Квас я продал, что ли? Ёкарный, как я мог? В смысле, ты продал квас? Я продал кваса, тупо продал кваса. И на чем ты сейчас будешь? На КВ-2. А чё тебе КВ-2, КВ-2 не это? Ну он клёвый, но квас-то как танк? Он должен Он должен быть. Я готов. Секунду, экипаж пересажу. Так. Мне геймер 2000 пишет голду. Голду мне запели быстро! Голду! Ой, отчет! Твою мать! Ребята, извините за отчет, здесь кто-то олегнулся. Вот это Алёша, действительно. Ага. Ну придется быстренько бой сыграть и еще на последний все-таки успеть. Так, а только куда ты торопишься? Ну, вообще-то время поджимает уже. О, смотрите, у них ФВ 304. Что нам время? Можно на 10 минут и продлить, ничего страшного, или страшно? Да нет. ФВ-304, догадайтесь, кому он будет стрелять, не поверите. А знаете, кто здесь самый упоротый олень? Ну-кася, посмотри на меня. Чё у тебя? ЗИС-6 какая-то? Или вообще стоковый? Да, ЗИС-6. Ядрить его без толочи. Стой, едем на мыс едем. Там все поставим. Что же? Так у меня брони нет. Я не с вами, я вам не товарищ. Ну вот, смотри, вот суть вот этого всего хелката, уехать куда-то там. Да. А, ой, я... А помнишь, мы играли на КВ-2, и тебя тупо шотнул союзник? Да. А не, мы на Черчилле играли. В начале боя. Тупо взял его так, ББшку, вот так вот, баб. Вот такой.
Ой. Слушай, не надо повторять ничего. А что с квасом? Это ты. Подожди, что с квасом? Так у меня стоит модпак от Джова, какого хера? Почему я по своему смог стрельнуть, если у меня стоит модпак от Джова? Бракованный скачал. Так он остановил. Ты серьезно только что упал на 800 бак? Я... Ну, я хотел... Извинись. Блин, ща. Блин. Ну ты просто такой именно парень. Модпак Джова. Да я галочку не поставил, походу. Так я хотел показать, как чер... Ай, ну ладно. Стой, ты что-то пишешь? Смотрите, здесь кто-то очень хочет мне урон нанести. Так вот самое смешное, короче, он остановился. Отстань! Найду, порежу. Вообще, диктуй адрес. Господи. Диктуй адрес, приеду, короче. Взрыв! Унесли парнишку. Блин, мне прям так обидно за этого класса. Не поверишь. А мне так весело. Ты просто ему именно... Тупо на 700. Бой испортил. ББХ. Я думаю, ему все равно. Если у меня... Ладно, соглашусь, это было крайне некорректно. И я серьезно думал, что не стрельнет. Потому что... Ну, поэтому все пишем репорт, что модпак Джова, он, короче... И модпак Джова забанит. Да. Вот так вот. КВшка. О, как он там здесь 6? Сейчас фейс будет. Меня кто-то так просто насилует. Это Е25. И меня тоже. Раз. А нет, слышишь, это стоковый гриль. Не гриль, а... Шашлычница. Да. Ванночка. Тупо стоковая шашлычница. Сводимся, сводимся. Свертухи. Габриэль, свертухи. Не мужик ты. Рикошет! Ты понимаешь, тупо рикошет! Блин, представь себе ситуацию, как выглядит рикошет от 150. Серёж, сливайся и поедем. Поехали еще. Чтобы мне слиться, мне надо доехать до кого-то. Я могу, конечно, буль-буль кораблики сделать. Ладно. Покормлю рыбешек. А ладно уже, дай шот и потом кормить. Нет. Я очень... Вон, накажи коричневый. Накажи воду. Он там за домами, короче. Накажи воду, вода виновата во всём. Жизнь говно. Заряжающий контужен. Заряжающий, без него никак. Имей в виду. Блин, сейчас вылезу. Так, давайте десяточки, я вафли возьму. Да, ну я зато добрал вражеского класса. А, выйти из боя же надо. Какой просто... Я такой идиотии уже давно, если честно, не помню на своем веку. Ой, господи. Я сотку возьму тогда. Кто из вас... Кого из вас на Химмельсдорфе убил 62-й, когда вы были на 201-м? Не меня, а что? Не меня. Ну, в общем, геймер 2000 очень просит. Кто, вот кто нас убил на стриме, потом мне в личку напишите. Так нас в каждом бою убивали, короче. Ну не каждый ведь попадает. Так, а что делай? Так, ну подождите, может быть я возьму какую-нибудь имбу. Имба. Поехали, 10. Стой, надо кое-что сделать. Фугасов зарядить. Кого там? Надо забанить Саню. А он вышел уже, похоже. Кого забанить? Да все. Санька. Поехали. 0 опыта, 0 кредитов на КВ2. Клево. 5, 4, 3, 2, 1. Гоу! Не, ну. О, стоячка! Твою налево! Сейчас сыграем! Да мне пофиг, я на воду. У меня слишком по мне кажется, начало и конец стрима несколько похожи будут. Да, давайте так же закончим. Я на воду. Я фугас еще заряжаю. Стойте, а я вообще лень. Габриэль, поехали направо божить. Да ну нахер, что там делать?
Танковать? Я слишком поспешил, поставил топ-пуху, точнее, не сменил на... Ой, угу. То есть ты с пушкой отъел 100? Да-да-да. Господи, она такая уч... Ну клёво, чё. А я вообще раш по центру. У меня тут Соклан против меня играет. Билли? А, два! Два Соклан! Ах вы подлые жуки. Слушай, а это действительно клан того самого Билли? Да. А, и он админ, ну, как, он главный, да, получается? Там два. Вафли едет брать базу! Ой, воду, это... Самое смешное, а где тут вода-то? Воды-то уже и нету. Ну, образно. Всю воду забрали. Ну, ха-ха-ха-ха-ха. Шутка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Довернуть! Ой, мать моя. Фотка рак у нас, поняли? У нас здесь аналитика 704. На нахер! Под башню. Бляха, вот как это в маску фактически, твою мать? Не, я понимаю, если бы так говорил, например, Илюха в маску ему пробили. Так я же сегодня стрелял по сотке, короче, с вражеской голдой в в щеку не пробил. Да господи, ты тварина! Да господи! Вафентрагер дно у нас, походу. О, выкачал. Да. Кумулятивы печально. Да я просто зад с передом перепутал и... Это действительно сложно. Да. Фошина. У меня еще движка нету сейчас. Фош хочет. Смотрите, Фош желает. А, он еще спустился так? Фош, привет. Да я не знаю, я свечусь как... Хэви. А тут Фош хочет. А, вы... На-ка! Ёкарно! Братюня! Когда? Фош уж... Ой, ушел! Господи! Яга! Да-да-да, вижу. Три! И это все, я отъехал. Черн Панзерор, ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну мы слили им уже Хэви, Фоши, это просто какая-то... Ну, ягушку. Ну, закругляться надо нам уже. 21.58. Да что ты успеешь все? Что ты ссышь? Сейчас мы тут раздаем пацанам. Патрухи. Всем пледен, если ты смотришь этот... стрим. Ладно, я рашую в таком случае. И я найду тебя. Агрессивный тебя поджимчик, агрессивный поджимчик. Оп. Опа. Господи, какой же Е100 медленный. Но какой он классный. Я выбил 2000 урона и могу с чистой совестью сливаться. Как считаете? Я не выбил ничего, и мне выбили движок, и я сдох. Я без XVM-а играю. Это, конечно, не очень хорошо. Мне кажется, ты немного подвел нашу команду. Хотя ты посвети очень хорошо, у тебя 400 метров обзор, 420. 420, между прочим. У меня еще просветленка стояла. Да, 50-120, ребят. Ой, на гусельке поцак. Пью! Как сладко! Сладкая домашка льется рекой. Так, а чё он не... Ой, твою! Это Яга, знаешь, всех законтрила у нас. Да как я её в рубку не пробил? Я её не пробил кумулятивом в рубку! Вы чё, шутите? Вы чё, прик... Ну, Яга, кстати, соснул. Это противник, уничтожил противника? Не понял. Слушайте, а вот тут два танка просто боятся выехать на 54-ку. Ссыте! Батька приехал гнуть с тропой. Батька? Лорейн. Паттон переводится как ноги. 762, какая альфа вылетает, просто огонь. Тупо 762. И немецкая мощь давит. Гнилух. А 5120 твой Соклан, да? Нет. Нет. Соклан Е5, которого. Уже отфакали. Ну да. И 140-й. О, сейчас я его при... самое.
Ну-ка, выгляни в окошечко. Ты что здесь делал все это время? Помогал бы ты лучше своим. Да балбес ты, ё-моё. Ну иди сюда, я тебя чпокну. Братюнька. Господи, как же ты хочешь мне урон-то нанести? Скучный твой соклан. 5. Я его чпокнуть хочу, он допас... а он не хочет. Не хочет чпокаться? Не хочет чпокаться. Так я же не... Альфа не прошла! Вот знаете, сколько у меня альфа? У меня альфа 355. 335. Ох! 704-й просто. А, да-да-да. Стоит такой, смотрит. Ля-ля-ля-ля-ля. А 140-й, кстати, еще и размотал там 5-4. Угу. Так, может быть, ты поедешь ему это? Намекнешь? Ноу! Там сейчас ПТ-шку. Жалишься над ним. Я хочу 30-ку. Все. Закончился. Не затащили. Это славная победа! Yes! Я хотел сейчас 704-го в задок прикинуть, но он написал так точно, и я... Сжалился. Yes! Да. Не, классно. Вообще ж супер. Слушай, давайте еще боец все-таки один скатаем. Я теперь всегда буду на Е-сотке рашить воду. Нет, вообще, знаешь, на Лихолуфе сейчас рашить воду достаточно норм. Ты опять на вафлежуйке своей? Ну, а с 33% побед. Господи! Кто-то написал, типа, хардкорно сливной стрим, что-то такое. Тупо 5 из 15. Ладно, давай отчет. Я за этот стрим нафармил минус 200 тысяч. Фармим. Блин, я впервые вижу, чтоб чатики не флудили. Да тут людей-то немного. Forever alone. Сомнительно. Поехали! Все, хочу город какой-нибудь. Ну... Сосай, опа, с нами наши. С нами? С нами наши. Е5 и 140. Угу. Клево. Они будут с нами упарываться. Едем прямо по дрожке, просто там сносим все, что вообще есть, не есть, в общем. Меня матерят тут, короче, на ютубе, что за бой без отчета. Я, говорит, ждал полчаса этого боя, ую. Анжел опять. Ага-га-га-га. Ага-га-га-га. Анжелка! Я прочитал «Секретная девушка». Хош. Аугейтс. Я не знаю, куда здесь ехать на Е100, я поеду наверх. Напрямо. Прямо. У тебя есть... УВН. Запасной... Толкатель. Помогайте. Да. А у вафли мощный двигатель, вафлюшечка. У меня ж фугасы есть! Сейчас проверим твою рубку на прочность. Я потерплю твой один фугас, но потом ты потерпишь мой барабан, окей? 5-4 просто. 5-4, видимо, тоже на стриме. Где, чё, как? Ну, вон у нас союзник Алекс на 5-4. Тоже на стриме, походу. А, да. Алекс. Алекс. Я понятия не имею, что тут может откуда прилететь. Едь просто прямо. Там увидишь врагов и стреляй. Да. Я попробую. Обычно это помогает побеждать. Блин, так... лорка вкусная. Сейчас бы фугасом ее угостить. Давай, давай. Банти! 704 так ругается на эту 54-ку, которая слилась. Он еще видно сразу, парень. Он не понимает, куда Азус попал. Азус. Анус. Да, да. Он чего-то не знает. О, она стоковая, кстати. Смотрите, у нас город просто аналог. Обалдеть. Стоун. Стоун. Опал. Очень ваше хорошо величество. У меня снаряд попал. Да, подождите. Второй встал раз. Как надо. Да ты издеваешься надо мной. Сколько пацанов. Стоп, свинай. Но всегда кажется, что вот врагов так а много, а союзников так мало. Ну блин, где мои союзники? Это так клево, он такой беспомощный. Ого! Это что было по мне? Ого! Васик, ты это куда собрался? Ну что по моим стрелять? Опа! 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 Вообще!
И давай. Опа! Них... Опа, Америка и Европа. У них 704 на фугасах. Осторожнее, ребят. Таким фоном. Ребята, у них 704 на фугасах. Очень осторожно. Я это во флюшке. Это говоришь всем вашим тайграм у нас во взводе, да? Да. Что-то я попал. Ой, слушай, тут 54-ка оказывается. Я на когда? На очень длинном когда. Сейчас подсоблю с 5-4. А, или ты ее сам уже. Рашку. А, он стоковый. Да, он печальный. Учись. Да у них вообще все соснули, посмотри. Это просто эпик. Так, фош у них на КД. Я просто. Здрасте. Я же КД. Долго очень. На-ка! Так классная озвучка такая, мне нравится вообще. О, ромб довернул, не пробьешь! Охренеть, ой! Отстань от меня! А как он меня пробил, ребят? Мне нужна помощь. Стоунчик, спаси меня. КДшечка. У тебя есть паттон здесь. Все. Вышел с КД, но. Блин, конченые кумулятивы. Он меня просто в маску пробивает. Я худею. Дитка один. Да сейчас я танкану от дитка шот. Давай, просто выходим на него и ушатываем. Фоша? Фош жопой стоит. Не только тут, типа, бортом умный. Да? Я худею, что я делаю? Я, короче, овощ. Я еду с барабаном полным. Охереть! Так он не на КД был. Ай, ты мне закрываешь семку. Отлично. Это было хардкорно. Последний остался. Только я почему-то не орал. Как поехавший. Yes! Ну, позитивные ночи, Естос. Да, неплохо. Кинутой пушкой. Баттон краб. Ну все, заканчивать уже надо, думаю. Ой, ну... 2 часа. Давай, что ли, дядька. Всем спасибо, кто смотрел. Каждую субботу или воскресенье еще точно не решили, будем проводить подобные стримы. Возможно, в общем, попытаемся придумать что-то новое, интересное. Ну, всем спасибо еще, кто смотрел. С вами был Габриэль Анджелос. Подписывайтесь на его эпичный канал. Также с нами был Роман Компмэниак, тоже достаточно... Йоу! Да, не... Неплохой позитивный человек, у него тоже есть свой каналчик, ссылки будут внизу в описании, посмотрите, кому интересно, в общем, если захотите, подписывайтесь. С вами был это Стоун, Габриэль Анджелос и Компмэниак. Пока-пока. Пока, с наступающим! Стой, я забыл кнопочку нажать. В общем, мы еще 40 секунд в эфире. А, я-то тоже. Да. А, так у меня что же?